Джорджи! Блин, Ань, верни вишневый пирожочек. Разберемся. Блин, а кто у меня? Алло. Ну, тогда говоришь, мое ухо. А что, тебе нужен цвет, Ань? Не, я говорю, мое ухо. А педагог это кто? Я! Кирилл, Кирилл. Я! Ребят, заранее откройте страничку с Олей. Да, да, да. А второй зеленый можешь? Там тяжело очень? Там очень много, там очень много. Стрим снайпер. Тупит боксит. Паузите стрим. Чат, я вам тоже скину ссылку на все роли, чтобы вам вот, если кому-то интересно. О, Аня, это идеальный скин, как тот смайлик, который ты кидаешь. Да, да, да. Слей. Тупо сучка слей такая. Чё, ехала? Да, я готова. Я иду за тобой. А кто зеленый? Вот, поменяй, пожалуйста, ник. Случайно не ошибиться. Да нормальный ник, все норм. Кто не ошибиться, все нормально. А что здесь? А как здесь можно ошибиться? О, боже. И педагог. Ресторан Буники, Тоси. Все, приятно. Да, мы ютимся. Ой, я добре. Ой, а как эти все роли выучить в этом файле? А сколько у нас трейдеров? Сразу скажешь? Три. Окей, все. Так. Не убивайте, я роль ищу свою. Смотрите, кто-то сломал. Кто-то сломал. Тут кто-то... Это что было? Это что было? Аж куда он пропал? Это что было? Блять, что это было? А, блять, это такой скин у педагога! Я подумала, он кого-то убил и несет. Так, мага пришел оттуда. Может, там есть трупы? Водка. Тихо, сейчас ёбну. Так, я держу курсор на кнопке киллос, что... Блять, трупов не видать. Вишняга тут что-то... Что-то делает. Ну ладно, пока я никого не убила. А, прям на электрощитке я выполняла задание и убил кто-то, кто стоял рядом, и он ушел. Лера, убийца. Я вышла из задания. Я вышла из задания. Там было... Подтверждаю. Ну, скачу, кто хотят. Я? Короче, кто был на щитке только что? Наверху, наверху задание, где всё, надо ты один проводочек наверх. Ну, не проводочек, Лера, а кнопку наверх. Лера, это ты зарепортила труп, вот кто сверху слева трупа стоял? С тобой кто-то ещё стоял, да? Это я. Да, да, я не знаю кто. Я снизу. Кто? Я в задании была, я была я в задании. А кто сказал, что думает, что это Лерон? Я видел да, последний раз магу вместе это с Лерон. Я не слышал, кто это, по-моему, Кирилл сказал, а я присоединяюсь. Я на камерах стояла, плюс я по своей роли кое-что видела. Не могу сказать. Я не могу, в смысле, меня отгадают тогда. Я видела магу последний раз справа, там еще стояла. Мага тоже следующий вылетает. Он умер! Он на листочках. Я сейчас уже в... Я в администрации, я на камерах стоит. Вот сейчас на камерах. Они только отключились эти камеры, их кто видел. Я закачала файл в администрации. В смысле отключились? И... Камеры работают. Они я на них. Включились, я сказала. В щитке морфи. Юечка стоит около стола в административ. Кто? Я была в администрации. Лерон, дай сказать. Не, они не кто только кто стоял в щитке, ответьте. Вот кто стоял в щитке, ответьте. Четыре человека было в щитке. Я, Лера, еще кто? Якация, ее убили, и еще кто-то. Дурак, ты умер вообще. Подождите, можете не спамить? Да подождите, не спамьте, у меня вопрос. А как могло произойти, что я стояла, например, в админке, и меня тэпнул... Но это есть роль. Транспортер мог поменять. Я скипну. Я еще думала, что вдруг какие-то сомнения, но остальные тоже подтвердили. Никто не подвердил, с чего вдруг я... Все, Лер, живешь. Там не докинули мафа. Я нихуя не понимаю. Один водка сказал, Дина к этому прицепил. Проверьте, Леру. Если меня убьют, это Лера. Да, конечно. Ебать балаган. Так, где это? Сучка, вот она маленькая. Пи-пи-пи-пи-пи. Не подходи ко мне, уебищ. Мут-мут. Микрофон. Сейчас я его убью. Ня-ня-ня-ня. Она не в мафе. Короче, у нас инвизник есть кто-то. Кто с кем где стоит? Только что это Юля вышла с ней. Мы все пачкаем. Катя была большой. Такая проблема есть. А, блядь, Юля, возможно, попыталась... Ладно, все, забейте. Да, возможно, у Юли был модификатор байт. Возможно, у Юли не было модификатора байт. Возможно, Юля и была ролью, которая могла меня проверить. Все, похуй.
Да, это Лерон. Я хорошо, я выкидывайте меня, я не буду говорить свою роль. Бля, взяла Леру, подставила. Скажи свою роль, и мы не будем делать. А Лера кто? 100% транспортер. Короче, долбоёб, которому нужно выкинуть тебя. Да, да, и Вилла. Долбоёб, Вилла, кстати, да. Бля, ему не похуй, он во всю хуйню вкидывает, это очевидно, блядь. Мне кажется, ты Кирюха, иди на кто-то. Единственный, кто сказал водка, и водка к нему прицепилась. Дина сразу прицепилась к Стазу. Водка в скобках Хелен. Водка сказал, что он думает, что это Лерон. Будьте здоровы. Это все прекрасно, Лерон, но... БЗ. Юль, ты подстава. Ну реально сейчас... Если Юля... Крис, не проголосуй, пожалуйста, Валерон. Чё, а чё у нас? Да, просто. Проголосуй, пожалуйста, Валерон. Только проблема в том... Лер, ты можешь сказать стрелки, но проблема в том, что мы все были вместе сейчас. За что, Лерон, блядь? Хорошо, так, спасибо, идем дальше. Блин, Дина выиграла. Бля, это так странно. Я вообще... Так, следующий я у нас идет Дина. Понимаю, пока. Да просто все спамы. Она похуй всех подряд. Это очевидно, я же сказала. Короче, у Дины роль надо выгнать Лерон, да. Вот она выиграла, поэтому. Я говорю, водка просто сказал, и тут же к ней... Да это Хелен начала орать, что это Лерон. Это водка первый сказал. Я орать, я просто говорю. Другое дело. Акционер это нейтрал, ребят? Да, нейтрал, да. Все, это были... Не сыт, боже. Рости, как обычно, сыт. А это Лера, я тебя убил импостером, да, в итоге? А я бомбу положила, тебе не убивал. Что за хуйня? Можно роль, пожалуйста, я ссылку в чат дала. Да, короче, у Дины нейтральная роль, у нее рандомно выпадает никнейм один из команды, и любыми подставами ей надо ее выгнать. И вот, да, Дина подсосалась под Лерку. Если будет ставки, то ставьте, кто выиграет, мирные, трейтеры или нейтралы. Можем такие ставки поделать на баллы канала. Я же говорю, Дина, что водка первый сказала, а потом начали слушать только Хелен. Да водка вообще загнула. Я не поняла вообще, как так быстро выиграли, главное, ничего не понятно. Как ты меня за что убил? Маньяком. Ой, ну эти, взлом. А меня за что? Меня за что ты? Всё. О, надо задание быстрее всех сделать. Так, надо самое долгое задание первое делать, это качать файлы, потому что потом времени не хватит. Вот надо сначала бежать на вот это, блядь, связь поломали. А когда связь поломана, то нельзя, да, вообще задания никакие чинить. Бля, ну, фух, не убили. На камерах. Блять, я тело нашел снизу. Я Лера нашел снизу. Я не успел, блять, роль свою найти в этом спрашивании. Я никого не ее, там одна Лера была голая и все. Это там, где связь надо чинить. Да, самая нижняя комната. Я еще не успела дойти. Просто Лера голая, раздетая, трахнутая, никого нет. Смотрите, короче, когда есть серая, у нас Лера, ну слепой. Пока саботаж не ведется, потому что кто-то может гоняться за... челом, и никто не узнает. Да, смотрите, это поломали, и... трейтеры сделали саботаж, сломали связь, и мы поэтому не видим скины друг друга. Надо его починить, и тогда мы увидим, да, возможно, убийцу, если он прям свежий килл сделал. Это не Юля, короче, скип тогда. А кто сейчас скачал данные справа в навигации? Я. У нас я качал. Джестер, я не знаю, кто. Я а нет, я качала на оружейной. Мы воздерживаемся? Воздерживаемся, конечно. Да, мы за воздержание, Лерочка. В люк, да, прыгнул кто-то? Блять, заткните Кирилла. А почему Юля? Потому что он дурак. А, вот видите, сразу на меня не педагог, проголосуй. Я в Юлю кидаю, мне она не нравится. Но я говорил, что меня хейтишь, что поэтому вообще надо стремиться. Как она сейчас высказалась. Как она сейчас высказалась. Мутим. Блять. Мяу. Надо починить. Надо починить. Короче, по первому раунду непонятно вообще ничего, в принципе. А, уже починили, блядь, супер. Так, я иду в админку. Загружать файлы. Наверное, не успею. Кстати, тот, кто ломает связь, это один из опытных игроков, потому что это самый лучший саботаж в целом для новичков. Это умом. Это либо Джонни, либо Мага, либо Дина, либо Лера. 100% маньяк. В щитках был труп. Леру убили. Алям. Да я же говори, это ты. Они убивают только Лер. Не, это не да. Не-не-не, я только забежала, там никого не было. Это Дина, блин. Бля, не, все, Кирилл, тебе запрещено разговаривать. Все, я молчу. Катя, у тебя какая роль? Пикадзе.
Меня? О чем можно говорить? Нельзя. Чат пишет, что это Глеб. Зачем ты в чат смотришь? Не, нормально. Какая роль? Не скажу. Почему? А чё ты меня спрашиваешь? Ты что, злая? А, на импостер, окей, я агрессивная. Блядь, Жоня. Согласен, фуджики и кикаем. А, короче, ладно, давайте кикнем Хелена, чтобы он больше не пиздел. Кто за? Я за. Ну не давит психологически, я уже так. Юля закачала файл в админке, это не она. Юля экзекутинер, все. Нет, я добрый. Не верю. Короче, это не Даша, не Юля, не Мага и не Юйч. Это не Крис. Случайно. Стоп, а кто это? А кто меня закинул? Не я, Джонни, не знаю. Много желающих нашло. Бля, земля круглая. Увидимся. Так, надо в медотсек заранее сходить. О, кстати, на мне голубой щит. Это типа на мне щит? Значит, я под медиком? Типа, меня не убьют? А, смотрите, за мной еще кто-то бегал. Крис, типа, просто смотрел, наверное. А, так изи, изи клэп, все, я бессмертная. Блять, опять надо починить. Но я могу идти чинить, потому что мне ничего не угрожает. Мне чисто похуй. Так, смотрите, водка и мага, два красненьких починили. Гаечка нюхает бензин. Так, в электрике у нас тут капа. Так, иду. А, трубчик, не буду, я делаю задание, мне похуй. Блять, не успела. Чё вы там учудили в электричестве? Чего? Это а, труп на нижнем реакторе, я решила не сразу репортить, а чуть-чуть вверх пройтись, вдруг там кто-то сверху будет. И ты сразу зарепортил. Угу. Я не репортил! Он ой, кнопку нажал. Кстати, слышите, мне кажется, в электрике в какую-то грязную играет и по ветрам прыгает. Да. Почему? Подожди. Ой, подожди. Не, может, я джестер. О, голосуй. Да, тут есть. Ты сейчас где был? Нет, подождите, у нас никто. А, только Крис умерла. Да, нас один труп. Видите, какой нервничает. Ох, Хелен ушел. Он пытался угадать. Педагог. Педагог. А педагог. Что, умер? Да, да. Тебя угадали твою роль. Пучи. Да, я тут. Я поняла, все до меня дошло. А тебя не было сверху сейчас в электричестве? Кто? Юля. Была, я сделала переключатель и пошла налево. А в электричестве сейчас кто сидит? Четыре человека. Там я, Гайка, я и Рочи. Я не помню, где. Так, а труп? Труп на нижнем реакторе и рядом никого не было. А ты откуда знаешь? Ну я успела пройти только в коридор верхний, там не было никого. Да тикать его, короче, спалил этого нефера. Да вдруг он джестер, короче, кто не знает, есть роль нейтрала клоуна. Если его выгоним, мы проиграем. Ну я джестер, я знаю, что он не трейтер, ой, не джестер. Там мой капа был. Может, он инженер? Бля, возможно, ты двойной джестер, мага. Нет, такое ощущение, что, короче, что Крис была в электричестве, и там кто-то ее ёбнул, блядь. Потому что у меня было подозрение. Нет, посмотри, я смотрю за свою роль, я хочу зайти в электричество, и передо мной дверь закрывается. И в этот момент я сразу нажимаю кнопочку. Дин, ты в кого? Я в Джонни поставила на всякий. О, Джонни, ты сейчас уйдешь. Нет, это не Джонни. Вы ебануты, зачем вы выиграли мне игру, сука? Ты реально джестер? Джестер? Нет. Крису у него кинуть. А что такое джестер? Нет, ну не джестер, блядь. А это что нахуй? Блядь, мага! Ну как ты руинишь? А что джестер делает? Это клоун. Чтобы его кикнули. Он умеет по люкам прыгать и делает вид, что он трейдер. Если мы его выгоним, то мы проиграем. Если что, я даже не знал, что он по люкам прыгает. Я больше не бегаю с ростиком. А я в фладжике ебанул, что он убивает. А я почти сделала все задания на свече, бля. А чё мага пиздит? Спасибо! Бля, если что, я подхожу, Юлюк, я дала тебе щит, а тебя никто не убивал. Да, Дин, я заметила, что она мне щит. Зарепортить его. Труп. А я, Юль, знаешь что, я, короче, был челом, который трупы таскает и по ментам бегает. Я убил Кирсуэф, и она ко мне привязалась. А я тебя не вижу. И ты должен спрятать в люке. О, хана вам всем сейчас. Пока. Фрости. Транспортер. Да, Кирюх, слышно, алло. Конечно. Я вас не слышу никого. Понял. Мани есть. Я какой-то. А что такое Фрости? Офи, микро. Какой-то мегамозг. О, спрятались. Я что? Я не могу никого убивать. Ну, а какая концепция игры, если я никого не могу убить? Адам. Какой-то зеленый хуй бегает. Как его убить? Бля, замуться, дебил. Я что-то... Сами настраивать я не умею.
Что он несёт? А, его замутали в Дискорде, кто-то замутал. Бля, что с Кирюхой, я не понимаю. Опа, а кто такой мага, чувач? Мага. Труп лежит на выходе из электричества, и подошел Фуджикейн, и мы вместе. Да, подходили, я специально зарепортил. Он репортил, и у меня он в конце, когда я ждал репорт, вообще Фуджикейн пропал. Кирилл, ты нас слышишь? Я просто ждал, чтобы все подошли, чтобы увидели, что это не я сделал, потому что сам первый шел. Не, ну я видела, что это не ты сделал, я видела, что ты подошел к этому. Это Флэжике легенда, Кика. Нет, пиздёж. Ростик, у тебя два раза подряд был трейдер, а думаю, третий раз я тоже. Я была на камерах. Не, у меня самая юзлесная роль. Видела, как... Обещай. Я прочитал описание, Юля, я вообще охуел. Карточку. А, да. Альтруист? Куда? Надо отдать жизнь за что-то другое. Короче, у нас один килл и ноль инфы, поэтому скип. Ну да, а чего так мало убивают? Я думаю, это Аня Вишенка, она молчит. Нет, это не Анечка. Кирюх, тебя не слышно? Я просто в кино. Я просто читаю роль, и мне ничего не дает этой информации. Отлично. Ань, скажи, какая у тебя роль, я тебе подскажу. Не говори. Сейчас вы меня угадаете, убьете. Нет, я не буду. О, все, Кирюх, ты тут. Бля, Кирилл, ты просто... Знаешь, у тебя есть вопрос по трем ролям, три роли просто скажи, мы тебе скажем. Что, меня кинули? А, воздержаться. Вот кто это, сука, один голос этот противный? Вот какой-то хейтер личный. Это я. Сучка, бля, земля. Спасибо за рейд. Ой, не надо, Джонни, не убивай, пожалуйста. Я этот, я шоу... Пишите в чат, давайте в чате общаться. Тут есть письменный. Нельзя клясться, а я говорю, обещай. Да, бля, опять этот спутник. Повредили. Спасибо за рейд. Юля не убийца, я уже посмотрел, что мы это... Кончили, о. Да что я говорю. Чё, мага? Пынул меня. Ну нет, ну мага, не пиши у меня. Да, блядь, дайте скачать файлы. Лендлер так хотел убить, пиздец. Ну не надо. Я испугалась в дверь, начала просто стоять, стучаться. Ты думаешь, а чего вы кнопку нажали? Я хочу поцелать вам всем хорошей игры. Она джестер, она джестер. Ни в коем случае, как у меня была джестер кнопка. Это клоунская кнопка, да? Никто ни в кого сейчас не нажимает. Угадайте Дашу джестером. Он проголосует первый, в него все голоса. Да блять, за что? Я просто решила, ну всё хорошо. О, Джонни, но есть проблема, что она может сама в себя поставить. А кто такой Джеспер? У меня есть информация. Надо ой, её реально угадали. Ой, Джесперов. А чё происходит? А угадали её роль. А как это, что она Джеспер? Угадали, что она Джеспер? Говорит, не волнуйся, и она умирает. А почему прям сейчас? А во время голосования можно угадывать. Выключи тикток, еблан. Блядь, Хелен! Ну Хелен. Бля, я ему замутил. Всё, хорош. Короче, почему-то второй раз Джестер, и у него кнопка. То есть, скорее всего, у Джестера всегда кнопка есть. Нужно это запомнить на будущее. Ага. Угу. А вот у них нет смысла. Я в Ростика. Хуяли. Да, а зачем вы нажали голосование? Ростик нажал. Блядь, ну не надо. А в кого вы голосуете? А в кого Ростик? Да ни в кого. Я в Хелен по приколу. Кто начал? У кого сейчас будет больше голосов, тот уйдет. Реально по приколу. Никите, челы, пожалуйста. Не, давайте Хелена. Думаем. Да, давай. Объективный Хелен. Да. А что, от него инфы нет сейчас никакой-то? Он заронил, да. Ну пусть он чинит, пока микрофон отдохнет. А прикиньте, он сир. Угу, конечно. Ёбаный сир. Ёбаный сир. Катюш, нажми в педагога. Да. Алло, я вас слышу! О! Поздно. Ну шо, а ты слышишь, как ты съебался? А за что вы кикнули? Мы подумали, что нужно время на починку микрофона. Так же было, кстати. А, это мы из-за слабое звено от тебя. Что делать? Вот за это мы тебя и кикнули, сука, за твои тиктоки. Не замутите, Кирюх. Ну, Кирюх! Я его замутила. Я тоже замутила. Я замучу сам. Бля, а как он называл? Как ты меня замутила? Я тебя не трогала, это Ростик мутит. Я тебя люблю, Юль, очень. Замолчи, рот. Да ёб. Ёк-макарёк. А, кстати, как ты пыталась починить? Даша фантом. Значит, она была. Да, нашу надо сапать. Ну, единственное, что Кика. я просто не услышал, не увидела, кто сейчас выбегал из этой комнаты, где был труп, признайтесь, пожалуйста. А в какой деньги было? А я все роли вижу. Ну, дайте сказать. Короче, справа, там, где листочки надо, чик так спускать напротив... О2.
Да, наверное, да. Вот и, там... и там, прям там. И оттуда... Да, прям там, и там оттуда выбегал. От тебя за сапки, ванечки, гарни, тучи-тучи. Не Росик, не я. Я тоже. Я была ниже где-то. А кто это Крис Вей? А, я в админке была. Не, мы этот... Я Крис, а кто еще был в админке? Я была соло в админке. Только что кто-то сейчас прям выбегал из этой комнаты, и у меня загорелась эта штучка, и я увидела и... Почему Дина не стримит? Дина уже на бусте порнушку посмотрела, потому что... О, Юрок, что ты не думаешь? Было такое. Я вместе с ней смотрела, уже потрахалась. Уже потрахалась. Так, еще раз, а кто с кем был? Скажите, пожалуйста. Я мимо, я только что мимо снизу вот этот, где связь скачать, я видел там Юлю и кого-то еще, кто рядом был. Нет, вот прям сейчас кто-то из... Это я там была. Кто-то прям. Блин, может, это Джонни? О, Катюха, а чё молчим? Я все это время разговаривала. Она разговаривала. Это Лерон нет, молчит. Водка молчит. А нет, водка молчит. Лерон молчит. Сейчас я кого-нибудь кину, погоди, водка молчит. Я не думаю, что это самое. Это Юля молчит. Юля трейдер. Это Гаечка молчит. Вот скип, скип. Скип. Гаечка все это время чинила эту фигню. Да, Гаечка, Лера и я, мы в связи вообще плотно. Юль, а ты кто? Я мирный такой, ну не очень полезный, но нормальный роль. Кто у меня? Не верю. Не убедительно. 50-50, знаешь. Как будто это туда сюда. Выбегала оттуда. Мне самая бесполезная роль в игре. Я зарежу. Для Даши, ты больная? Конечно, с ним замолчали, можно пообщаться нормально. Нет, Кирюх! Короче, значит, сейчас скажу, кто убийца. Как ты это скажешь? Водка убийца, используйте. А, точно, это же Юр. Я просто гений. Да ёк. Да вы заебали. Гвотка же друзья, в этот, в люк. Да это вот. Нет, это не значит, что он джестером тоже может быть. В люк да, могут прыгать нейтралы. Я не могу прыгать в люк. Значит, это водка. Значит, водка трейдер, не? Джеки, мне кажется, есть еще другие роли. IQ мув, который на самом деле является, типа, вот этим вот убийцей. Он просто думает, что если он будет прыгать... Я не разбираться в ролях. У меня транспортер, я могу менять людей местами. Но я еще ни разу этого не делала, потому что сразу нажимаю кнопку. Ой, у нас саботажи не чинится быстро, поэтому я не верю, что это инженер. Думаю, у нас ни один саботаж не хороший поинт. Я и вам говорю, просто это водка. Он решил сразу спалиться, да, на самом деле он убийца. Да. Мне даже не подозревал никто, зачем мне полиция. Джонни, а ты что думаешь, Джонни? Он думает, что спалили его подельника. Не, ну вот, странно, что ты не расследуешь, Джонни. А это просто я же не вижу никого, чтобы расследовать. С вами вообще ничего не сделать. Джонни, а еще странно, что ты очень быстро данные загрузил. Не-не-не, Крис, ты против кого? Я всегда проголосовался нормально. Все. Я толкнусь от того, что у нас саботажи происходят высокоуровневые. Почему ты не голосуешь, Крис? Да, и дверь закрывается сразу. Саботажница. Короче, второй Джонни, похоже. Дай кнопку сюда, как раз сам все видит. Что я не слышу, все спамят. Ну, блять, опять это говно, сука, подрубили. Пойду починю. Да, у нас вот это вот бегает фантом, надо его убить, иначе она выиграет. Где? Где Юечка, она же сейчас выиграет. Лёшки, матрёшки, бля, где этот придурок? Так, я себя тэпаю, знаете, с кем? Я и Джонни. Оп. Трупа нет, нормально. Бля. Да, сука. Сука, я сейчас как тебе дам. Чики-чики-чики. Я себя... А, Джонни тут уже стоит, смотрит. Типа, он не при делах, да, такой? Ну, хорошо. Значит, Сьючка выиграет, если мы её... Блядь! А это что такое? Я не смогла найти, я искала. Я
же искала. А ее можно откликать только эти, видимо, мафия? Только на двух последних заданиях. Не, она очень хорошо мансовала, походу. Я ее очень долго Джонни, все-таки ты был трейдером. Я думаю, что-то Тина много начала вести. Блин, а я шериф думаю, сейчас слышу Джонни, посмотрю, как он будет себя вести. Это нейтрал, да, да, фантом нейтрал. Водка и Крис были. Нахуя вообще трекер в игре? Такая бесполезная хуйня. Не-не, нормально. Нормально. Иногда можешь видеть, что кто-то телепортнулся. И кто-то пиздит, например, да. Говорит, был справа, он слева. А я типа должна была побегать, находить те, кто, получается, трейтеры, да? А кто-то был? Это какая роль? Ну мы нормально с тобой водку выявили. А ты чума, ты должна была заражать. Если что, а я заражал всех подряд. Лисунка, я тебе показывала. Надо было всех зарядить. Ой, да, тебя не было. Блин, я тебя один раз увидела, но я подумала, что еще много заданий, и забила, не погналась за тобой. Возможно, это была роковая ошибка. А я шикала, но у меня не получилось. Я не поняла, как Даша выиграла, что произошло. Она не будучи... талант, задание выполнила. Да, она выполнила задание, будучи фантомом. Блять, вуман. Чарчер, пап, батон, чё? Как хукать? Счетом. Я не могу свою роль найти. О, Катюх, ну зачем прям передо мной убивать? Катюша в электре шлепнула беднягу. Ну, кстати, о, палишься, это походу была. Да. Катя, а ты где сейчас была? Вот так вот, Катюша. Катя, ты это увидела, да? Я была слева. Слева где именно? Ну, где слева, я не знаю, как они называются. Ну, что ты чем занималась? Брала карту. Ничего делала, бежала. Прям слева. Не забывайте, что Дина профессиональная. Ты пробегаешь электричество. Да, да, я видел своими глазами. Все, все, вот. это правда. Ну, пипец, ребят, вы верите Дине? Верим. Потому что, скорее всего, Дина... Экзистенер, да, опять? Сама же. А кого голосовать? Катю. Джонни, ты понял? Джонни, ты понял? Вы что, вообще, что ли? Я вообще не в курсах. Своя роль показывает. Я играю первый раз в жизни. Коленку пойдем? Дину. Катюш. Блин, Дин, ты, конечно, это, блин, пипец, ты просто взяла и всех обманула. Ёбаный ППЦ, блин. Нет, это реально очень... Крис! Вы ей верите. Я решаю, я решаю. Кого вы решили? Бля, Крис в Альтабе сидит, вообще нас не слушает. Нет, все спамят, я ничего не слышу. Алло. У нас заруба. Где-то подставила меня. Вот, я слышала, что она шлёпнула в админ, в электричестве. Я была слева. Катя, ты... Ну, слева в электре ты была, ну, как раз, да. Нет, электро посередине, я была слева. Как это спокойно ушло. Ну, бля. Не беги за мной, да, не беги за мной! Да. Блять, газанул Джон. Даш, ну что? Ебать, мне страшно было. Всем хорошей игры. Как хукать? Она опять жестом. Простите, водка был замученный. Может, как хукать? Вопрос. Кто был в медичке предыдущий раунд? Я воняю. Вот кто возле тебя был? Кто был в медичке предыдущий раунд? Не-не, в конце. Ужас, Джеки, ужас. Кто-то из вас стрейкер. За мной очень подозрительно. Это Джеки, блядь. Я была в медичке в конце. О, нас Крис кивнула. Крис выпала. Алло. Да подождите, что вы говорите? Джеки, можешь не оправдываться, мы тебя спалили. Мага, давай ты сейчас не будешь пиздеть. Ой, я в Дашу случайно проголосовала. Короче, вы только что сбайтились на зов Маги, потому что он экзекьютионер, блядь. Вот просто я не знаю, на кого ты. Я не такой умный для такого хуйни. Нет, Мага, да вот такой. Бля, я не могу никого увидеть, рука не поднимается ни на кого. Даш, привет, Даш! Это просто пиздец. Даш, привет! Блин, а если он опять жестер? Привет!
Привет, Даш, как дела? Да бля, нет, ну это бред, ну просто так изи, я уверен, сейчас вот нормально, я сейчас пойду убью кого-нибудь. Поздравляю с победой, хороший магазин. А чё, это резиционер, да? Нет, вы чё, я не умный такой. Блин, это точно он. Фух. Блин, это точно он. Вы сейчас узнаете, кто я. Милиционер? Я эту кнопку, я руки оторву, блядь, всем, кто нажимает на кнопку. Я сразу, на камере сразу. Хелен. Хелен и мы втроем были на камере. Кто еще раз? О, Капа Хелен, Мирный. Покажи, Хелен, что Капа Мирный. Смотрите, я, короче, Снич, Капа Мирный, Мага. Педагог Трейдер. Блядь, какая роль водка может сотреть Хелен, маньяка? Кто кто Трейдер? Вы трое. Кто-то из вас нейтралы, два Трейдера. Ага. Я Ауреал, короче, там два Трейдера и нейтрал. Чё, блядь? Про кого он говорил? А что он сказал еще раз? Кого он перечислил? Он сказал, я Снич. Где? Он сказал два трейдера и один нейтрал. Да, ну где? Где? Мне кажется, сказал, он? А, он кажется, вы видели трапером? Стойте! Он сказал... Водку убили, сказал... Юля сразу подхватилась. Вы слышали? Мне кажется, это Юля. А я увидела, что он умер, и я не услышала, что он вообще ничего сказал. Юля играет за чувака, который мутит. Потому что Юля бегала, шивалась рядом с водкой, и потом учился бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, и красный. Мне кажется, это Юля. Я не трейдер. Юль, намекни, кто ты. Ну, чтобы Юля не понял. Я в Дашу голосую гаечку. Только ты, типа, чтобы поняла? Ну да. Кирюх, да ты тоже, мне кажется, маньяк. Нет, я сейчас смотрю, кто еще может понять. А, ну мага может понять, Дин. Юлечка маньяк, и Крис Вейв маньяк. Кто может понять? Мага может понять. Да я только встал, поэтому я тебя голосую, я не хочу понимать сейчас. А, бля, Крис Вейв вообще убили, нахуй. Да мне кажется, она вылетела. Реально, Юль, ты, мне кажется, водку замьютила в начале игры, и он говорит... Я вообще не видела его почти. Ну только в Юль, ты правда как-то оправдываешься? А я не оправдываюсь, да, мне нечего, да, оправдываться, я не делала голосую. Сейчас на реакторах не цифры и все, а, и ну, его всего, убили. Скорее всего, ну, если я так подумать, Юлю угадать, если так подумать, скорее всего, Юля, потому что... И кому ты дал щит? Даша, да, да он пиздобол. Он еще жив, я не буду говорить. Даша! Так щит он мне видно, дал, что-то. Он мне дал. Хотя нет, подожди, щит только ты и медик. А я не так не понимаю. Охуенно, я да, блин, почему все не ушла туда, трейтером. Куда да потому что мага колет. Чё вы манипулируете? А я сейчас всё ей словой сказал. Не манипулируй мной. Короче, это Крис Вейв, нахуй. Короче, это что, этот арханист? Медиум-мага? Амнезиак? Ветеран-гаечка? Кто-то прыгает. Стрим-снайперы. Ноль киллов. Ну, я выгнала водку только. Это, да, детский. Ну, я говорю, они заебали нажимать свою... Блядь, кнопку! Дина, блин, глюки падают. Я сломаю просто локти им, блядь. Дина, будут какие-то комментарии? Ты джестер? А, она инженер. Я не отвечу на этот вопрос. Дина, блин, настроили. Папа шериф. А джестер умеет глюки ползать? Я, например, в люк не помещаюсь. Как ты это делаешь? Вот просто, понимаете, я не успевала Джинко убить, потому что сразу нажималась кнопка каждый раунд. Я их ненавижу. Надо запретить. Меня убили! Инженером угадали. А, это Дина убили? Хорош, Морфи угадала ее. Она была электриком. Она этим инженером, может быть, инженером, да, скорее всего. А кто сказал, что она в люк? А кто сказал, что она в люк? Хелен. Я сказал. Хелен? Я тоже это видел. Ну, потому что каждый раз, когда у меня было то, что убить, сзади бежал третий мир, на который бы это увидел. Кикаем Дашу. Да что, я перепутала ваши голоса? Кикаем в Юлечку. И потом Дашу. Да, давайте, Даша. Я мирная! На Юлечку со мной по белому бегала. Это скорее всего, не-не-не. Если так подумать, вот знаете, вы вот так вот, я последил за игрой, это 100% Даша. Юлечка, кикаем. Я последил за игрой, говорит, блядь, но он арханист, он сейчас всех убьет. Сука, пуч ебаный. Да, он сейчас всех убьет на нейтрале. Я не трейдер, но я инвестигейтер. Тебе надо два ножа в КС-ке, да, что можно ты, блядь?
дайте сказать, пожалуйста. Я жму всегда какую-то кнопку. Я не знаю, что она делает. И вообще, я просто жму, ничего не происходит. А, короче, когда тебя пытаются убить, ты нажимаешь эту кнопку, и тебя не могут убить, Даш. Там написано. Так, следующая кто? Ну, вторая Даша тоже вылетает. Секунда, а как ее отгадали? Там один человек только не проголосовал. Она сказала, что... Она сказала, но только один человек не мог... А все могут проголосовать, даже проголосовавшие могут гадать, мага. Стоп. Да, да. Нет. Да, ну я нет, типа не угадывал. Нет, ты не можешь, у тебя крюн написано. Твоя роль может быстро убивать, когда на 100% заряжается. А хотя там есть это Oracle, там может 10% что фейка. Кстати, да, в одном раунде зарядилась на 100, но тут этот, вот тут, по-моему, когда я стояла, и тут было двое выживших. Я вообще не знала, там есть КД между киллами или прям пау. Что с этими мужиками осталось? Мы Лёше не расскажем, Ань. Стоп! Кто выбегал или залетел? Мага! 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 Стоп! У нас... У меня хилинг красный. Он мьютин, но я ему разрешаю говорить. Да где? Где убили? Но я ему разрешаю говорить. Педагог. Мага! Да. Алё, меня вообще слышно? Тебе нельзя говорить, Хелен, тебе нельзя говорить. Почему? Нет. Потому что у тебя замутали, видишь, красная рамочка на тебе, это тебя замутали. Смотрите, у нас два трейтера, либо он нейтрал. Ну, либо педагог нейтрал, либо у нас два трейтера. Вот так. Потому что я не буду говорить свою роль. Что за игра для зумеров? Лол, впервые вижу эту игру. Это новинка, вчера вышла. Вместе с Брау Старсом. Я верю себе, потому что я мирная, я верю Капи. Я в ахуе, а как ты умерла? Тебя убил Кирилл. Типа Ростика и магу. Ну вот, давайте решим. Я за Лерусей бегал. Капа мог застрелить Морфи. А Морфи могла еще умереть от Кирилла. Так, а стоп, кто зарепортил? Леру на выходе убили. Да, я уверен. На выходе? А ну-ка, сейчас я найду твою роль, Гаечка, я посмотрю, как она написана. Потому что ты говоришь, что нажимаешь кнопку, не понимаешь, что происходит. Он не может говорить, что это я убил. Так ты ему разрешил говорить. Нет, это не мага, по-любому. Вот, ветеран может убивать любого игрока, пытающийся взаимодействовать с ним во время алерт. Убиты могут быть как мирные, так и предатели, нейтралы. Алерт, типа, твоя кнопка, ты ее нажимаешь, и на тебя вешается щит на 10 секунд, грубо говоря, или на 5. И все, кто... нажимают на тебя кнопки, да, килла или внимание. Там проверки, они нет, будут умирать от тебя. Поняла? Ой, трейтер либо нейтрал. Я вообще ровный, если что. Я нормально. Ой. А все. Все, что улетел такой? Фуй. Хорош. Все, выжившие выиграли, выжившие выиграли. А кем? А я кем? Бес, как ты меня укусил, блядь, как ты меня попал, там 4 человека. А я не знаю, мы что-то в этой игре... Катюша, я в люке сидела и видела. Лера, я еще нет, там мирные другие. Подождите, стойте, а Лера кто была? Все-таки? Понятно. Я была трейтером. Я тоже была трейтером. Тихо, тихо! 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 Тихо, 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 Лера, ты кто? Сзади кто не зашел еще? Я убийца? Да, я убийца. Я тебя поджег 5 раундов назад и решил поджечь. Я не знал, что она делает, эта штука. Я решил тебя догнать и поджечь. Да, ты беди нам обживаешь и сжигаешь потом. Я бы всех убила, я бы всех убила. Два человека не зашло. Грубо. Кто был трейтером, я не понял ничего. Я, Морфи и Кадзе. А я кем был? Ты был нейтралом, Кирилл. Нейтралом. Да, да. Я был хиллером, а Энджел... Энджел? Энджел Гвардиан. Спасибо. И чё ты сдохла тогда? Меня выгнали в голосовании. Мультитаскер. Я член. Ой, я ветеран. Это вообще изи, изи ПТС. Я сейчас забачу всех трейтеров на себя просто. Лера была член сквада. Сейчас я для начала сделаю заданица одно, чтобы типа не совсем все плохо было. 5, 6, 7, 8. Оп. Блять. Ладно, сейчас кого-то вижу рядом, нажимаю щит. Юля, тебя можно пукать на стриме в микрофон? Охуенно, да, да. Я даже свою роль не прочитала. Тебя убили? Ты придурок. Никто не репортит. Короче, я видела, Катя. Как... Это Аня Вишенка. А, её убили. Катя убила у меня на глазах. Блин, я была, да, в задании. Катя.
Я была в задании, это происходило, я не видела, у меня окном было. Там было нас четверо. Нас было не четверо. Кто там еще был? Я, Катя. Я не успела понять, кто. Бля, Кирюха заебал вкидывать, замолчи. А вот кто-то убежал. И вот кто убежал. Кто убежал? На люке, на щитках. Я бы сейчас так не сделала второй раз. Алло, меня слышно? Да. Катя, кто с нами еще был там? На электричестве, я помню, была Зина, Ягодка и еще кто-то. Сука, базар. Кто был на навигации? Какая у меня роль, блядь? Либо 4 было, либо 5. Кто был? Кто был в электричестве? Я в люк упал, я можно признаться? Какая у меня роль? Кто в щитках был? Короче, послушайте, прямо на кнопке стоит Ростик, рядом труп вишни. Ростик считал роль, кто-то подошел, чтобы его подставить. Ага. Если что, я читал роль. Это не я, честно. Потому что если бы ты был мирным, ты бы не видел, скорее всего, скины. Потому что я не видел скины. Это Ростик. Это Ростик, отмазка на то, что сидел в роли, сказал. Это Кирюха, отмазка. Очевидно, отмазка опытного убийцы. Ну, Кать, нам надо вспомнить, кто был там с нами. Ладно, Катечка и Крис. Ну, потому что убийца, блин. Мага, Лера. Я единственная починила, блядь, эту хуйню, потому что у меня зеленый щит, и я знала, что меня не убьют, и я пошла. О, хорош, кстати. Чинить связь. Все. Хорош, теперь работаем. Теперь трейтеры не будут тебя убивать, тебя спать. Улетаешь, сейчас убью, Крат, это же на один раунд только. А, это на всю игру. Так, так нет, это же на один раунд. Через поиск по сайту он, забей. Мы с тобой сразу на них первые. Вот ты единственный, кто за это я пошла чинить АФК. А четвёртый не признался. Кто-то ещё был. Бля, это ужас, когда ужас. Да похуй, никто не слышит. Бля, там какое-то было смешное сообщение. Бля, почему такие полупрозрачные задания у меня? Дина, ты сегодня обучаешь. Что кушала сегодня? Блядь, Кирюха, нахуй, заткнись просто. Заткнитесь, а нахуй! Так, я нажала. Крис убегает оттуда. Крис убегает. Какая тварь это нажимает, блядь. Просто какая тварь отживает. Блядь, вот отойди. Мага, Дина, кто еще тут стоит? Убоёбы. Я мага, ну ты дурак, блин. Ладно, всё, извини. Так, сейчас ищем трупы. Оп, чисто. Заебись. Бля, мага, сука. Бля, конченый. Он щитки нам выключал, мы не могли починить. Кать, что можешь рассказать? Кать, да. Кать. А вы вообще слышите информацию? Я говорю, Катя на моих глазах убила типа, а вам вообще поебать. Да, нам похуй на твои рассказы, ты пиздобол. Катя прям сейчас убила, если что, у него там она бейта убила, все, Катя хуя. А, Катя, тебе не стыдно? Она даже не знает, что сказать. Катя! Кать, тебе не стыдно? Подожди, Джонни, расскажи, что было. Вот ты певица какая. Да, она убила, и авторепорт у неё сработал, и всё. Это кто это говорит? А у нас Понятно. Взял? Трейтер. А он может быть палачом, подожди. Если я, подожди, зарепортила. Кать, ты... Зачем парик надела? Ну, давай, говори. Не скажи. Не, говори, что ты? Нет, я скажу в конце. Может быть, ты как раз таки был четвертым. Когда где ты был в прошлом раунде? Я у щитка караулил Крис, потому что, блядь, все знают, какая у него мирная роль, блядь, и рядом Ростик ходил, и потом вот это, блядь, тут. Нет, я не знаю, какой щиток. Дина, пожалуйста, проголосуй. Ты там был? Или электричество было? Ох, ладно, я доверюсь Джонни. Я был там, да, я был там. Понятно. Ты был там, он был четвертым. Бля, ты опять, Кирилл, начал тиктоки смотреть просто? Да, мы просто, блядь, по пузу дать бы тебе нахуй ноги. Ну так вот, человек на стрим, он тиктоки смотрит. Ноль уважения. Да. Ладно, если на то пошло. Лер, ничего не хочешь сказать никому, что убийца? Так, тихо, заткнись. Все, иду чинить. Нажимаю щит. Ага. Изи. Загружаю файлы. Так.
Крис мирно делает проводки. Вниз убежал мага. Ростик на спидах. Бегает за ним Динка. Ючка. Ючка, да, тихенькая какая-то в этот раз. О, я пойду ее забачу на свой щит. Она меня убьется, блять, халява. Где она? А где она делась-то? Вот тут я типа в углу. А, я жертва, я потерялась, не убивай. Блять, нет. Это не Ючка, походу. Блять. Бля, какая-то тварь нахуй убила чела и выбежала с радио, а он я скин не видел. Там два трупа. Ты как... ты же... Какой я скин? Я стояла возле зеленого. Почему стример такой умный? Вот, который очень показывает скин. Действительно. О, вопрос хороший. А почему он... А как он зарепортил, если я возле трупа была и никто, никого рядом не было? В смысле, я нажала. А зачем? Там лежал труп. У нас саботаж. У нас саботаж. Ну я случайно, честно, я принимаю. Я думала, что его починю. Кто со мной на камерах чинит проводки? Вот, лево от камеры. Ты мага? Но мы вдвоем на момент... Я слева от камеры. Вправо, наверх куда-то. А так мага пиздит? Смотрите, да. Короче, у нас Соник какой-то бегает на... Это Аглия Фейс. Это не Ростик, это не Ростик, прям не планы. У тебя скорость дополнительная. Это просто дополнительная хуйня. Чё, блядь? Не бойся. Да нет. Ладно, скажу честно, я видела, как Юечка сделала, ну, бежала туда, где сделали килл, и убежала направо после этого. Мне очень нравится, что Даша за мной ходит, а еще мне показалось, что другая Даша, которая гаечка, как будто выбежала из люка, это раз. Второе, у нас есть майнер в катке, то есть, который ставит люки. Если что, мне то же самое показалось по поводу тебя. А, ну хорошо. Я поэтому побежала просто за тобой. А это, кстати, еще может люки быть глич ставят новые. Майнер, который импостер, который может ставить люки в любом месте. Глич поп или просто глич? Ну, я хуй знаю. Так, у нас, короче, скорее всего, один импостер умер, у нас осталось два импостера. В смысле, скорее всего? Ну, Джонни, это что... гаечка? Не, ну как будто Джонни Мир. Нет, ты же был уверен. У меня подозрение было. Дин, я тебе потом расскажу, почему у меня не 100%, у меня 90%. Ладно, я тоже скипну. Я вкинула, на самом деле, я ничего не видела. Ну я Юшку уже попросил, значит. Нет, я нормальная. Опа. Двух Даш свапают. Что так голосов много? Типа все голосуют, что ли? Кто даже у нас мэр, у нас Крис мэр. Крис мэр, у него больше голосов, да. Охуеть. Кокики. Не понимаю, нахуя вы это говорите, не информация. А это все видят. Это все видят. Да, блядь, я разбиралась, что за кнопка. Кто-то из Даш. Тут типа я прячусь. Явка. Да, блядь, ну, ребят, не мешайте Даше меня убивать. Где Даша? Куда Даша убежала? Куда Даша? Ростик, а меня убился Ростик. А меня убился Ростик. Так, если у нас мертва либо Юля, либо Ростик. Нет, Джонни, не говори. Ну, короче, он на меня забайтился. Короче, я не знаю. Я мирно. Можно я скажу секунду? Давай. Я сделала проводки, где этот, где камера, зашла в камеру и увидела, что справа, вроде бы, где навигация, валяется труп Агли, ну, короче, Ростика. Да, вот. Они вместе с Юлей ходили. Смотри. Я не видела, кто там был, просто видела, что вот уже черепушка валяется, типа половину. Черный труп в электре. Это Крис, это мертвая Крис лежала. Мэра убили. Давайте решим, кто убил мэра, потому что... Смотрите, в чём прикол. Это была не Юля, не Ростик и, скорее всего, не Даша, потому что в этой стороне были мы справа. Никакая когда... Даша. Мы вдвоем с Дашей были. Которая гаечка. Так не я, потому что мы вместе с тобой забегали. Я не видел. Юичку я не видел, магу я не видел, Лерон я не видел. Я в хранилище. Ну вот я говорю, я сделала сверху в столовой проводке, и последние у меня были в охране. Я туда зашла. Короче, Ростик был либо нейтралом, либо трейтером, я его за это наказала. Починили саботаж, я стоял в ПК на этой хуйне. И потом пошел просто сейчас хранилище, и сейчас нахожусь в хранилище. Мага, ты считаешь, кто импостер сейчас? Мне кажется, это мирный, потому что у тебя два голоса влетело. Не, не я. Кто сейчас импостер? Ну, прям скажи. Мне кажется, между гаечкой и Лерон кто-то. Угу. Ну вот я бежала сейчас по верхнему реактору, репортить труп и зарепортили Крис. Ну навряд ли просто бы Дина на самом деле репортила труп такой, ну типа вылетел уже. А что-то Дина молчит вообще. Она не репортила. Так а что, мы вместе с Джонни забежали на электро. Я сейчас проверю на трейтера Юечку, короче.
Нет, надо не Юечку. А кого, кого? Нет, она точно нет. Подожди, ты кого сказал, проверить? Что он замайтился, как ну, будто... я так, чтобы... Бля, ну кто меня спалил? Какой гол? Это... Все, я скорее всего... Тело пахнет. Блять, Лера и Мага. Я в Дину просто докинул, потому что как будто под конец, как будто ждала. Меня Мага отгадал мою роль. Так угадали. Ну. А кто угадал? Подожди, так она местами поменяла себя. Нет. Блять, ебаный Мага силач, сука. А я за Дашами бегала. А, может, Морфлинг? Сейчас посмотрим, как Лера играет. Ёбаный сир. А она вот на камерах стоит. А, она делает килл, а Мага за него убирает. Наверное, вот так вот вообще было бы идеально. Ой-ой. Жертва. Вторая жертва. Тут тоже чинит. Даша починила. А, она Doomsayer. А Даша Doomsayer, она может всех угадать и выгнать, по-моему. У нее такая роль, я не помню. Нет, она не альтруист. Алло. Мага, блять, а кого выгонять? Ну, короче, я испугался, смотрите, у нас... Мага или Даша? Хорошо. А я что-то сейчас... Подожди, можно вопрос, Мага? Мы с тобой шли от реактора вверх и пошли направо. Худо трейдер выиграет. Потом, когда я пришла в... Женегений, но знаем мы об этом только после его смерти. Ты уже стоишь на связи. Юля сама спалила свою роль? Ну, Джонни сказал, либо Юля... Либо Ростик, смотря кто из них умер. И умер Ростик. То есть я выглядела как трейтер, которая убила Ростика. Мне показалось, что ты спустился как будто вниз, где листочки, и потом обратно. Мне надо было фейковать под шерифа сразу же, а я так не дала конкретный ответ. Что? Как-то нас обманывают, вам не кажется? Я не поняла, а что... Почему Дина? Давайте подумаем. Скажи Хуисасу на Глебе, что он чекнул ТГ. Сам ему напиши в чате. В прошлом раунде гаечку свапали с Юечкой. Это же не так работает. Ну подожди, так это. Ребята, у нас кто-то Юлю отгадал, кто-то опытный довольно. Не, почему? Она так сказала, у нас, по сути, все опытные остались. Ну, разными путями можно проверять. Не знаю, я проголосовал, если что. Дина, я... Ну, короче, я могу сказать, скорее всего... Нет, Джонни самый. Ну, по моей роли, которая у меня есть, я очень долго с ней разбиралась, что Дина и Гаечка точно мирные. Флэг, я его не знаю, как его понять. Кажется, типа... Это Мага и Флэг Жики. Нет. Скорее нет, всего, нет. Это, скорее всего, проголосуйте Мага. Магу. Я бы Магу убрала, конечно. Поэтому Мага, это скорее всего Мага. Да, голосуйте Магу, голосуйте Магу. Так что... Ну, так что? Фу. Тогда странно, так странно, подождите. Странно. Бля, Дину угадал. Да. Все, я понял, понял. Давай, Джонни, голосуй Магу. Ты не сможешь узнать. А кого вы проголосовали? Магу? Магу. Нет. Бля. Ну почему ты не голосуешь? Фух, бля. Надо было себя проголосовать, чтобы сравнять. Почему? Хорош. Знаю, две Даши выгнали... Из-за бетонных аргументов против маги. Я хз, я сомневаюсь. Охуенно, все, заебись. Кажется, две Даши выгнали вот трейтера. У них появились шансы на победу. Так, осталось Лерон. Я, кстати, подумала, это не Лерон, а Морфи почему-то. Ебать, меня заглючило. Лерон. Что она делает? Она кнопку хочет нажать? Даша, W. Да, Лера ждет КД кнопки. Чтобы выгнать кого-то из мирных. Не очень зря, не надо ну, было, короче, голосовать, я... надо было играть. Ну, вот я, ну, типа, я не поняла. Короче, у меня есть подозрение, какая роль у Даши. И... Я не буду лишнего говорить лучше. И из вот таких опытных, кто может вот так налево-направо Лерон отгадывать Морф, сейчас, да. У меня только остается Лерон, потому что Гаечка вряд ли бы смогла это делать. Да, я вообще не понимаю, что тут, блядь, роли, я понимаю. Да, да, это понятно, я просто... А что угадать конкретно? Я просто не знаю, Дина, может, пыталась сама угадать? Потому что у меня... У меня вообще опытный. Нет подозрений. Да, ты тоже опытный, но у меня вообще нет подозрений, кем была, могла быть Дина. Вообще, я тоже, если ни разу не пересекалась. Лера была с... Поэтому я даже... Оль, я Леру... О! Нет, мирные выиграли. Стоп, ну да. Да. А стоп, а ты, я... А Doomsayer мирный, что ли? Я не знаю. Выиграли мирные, если что. Ты мало угадала, Даш, тебе нужно троих угадать. Ты не угадала, да. А я думала, я мирная. А как ты Леру угадала морфингом? Ну вот мне тоже интересно, как ты меня угадала? Я ни разу не превращалась, вообще ни разу. Ну смотри, я была с Флэк Джекеем, и у меня писалось надписи... У меня в записи на писался единственный. У меня был имитатор. Ладно,
кто-то ветеринар. А, у нее роли пишутся, возможные. Да, 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 там пишется. Она ей написала морфлинг. Да, и писала морфинг. Хорош, хорош. Посмотрел на стриме. Юль, я угадала тебя ветераном, потому что ты сказала, он от меня убился в самом начале. Но я сказала там другую формулировку. Я да. Нет, ты сказала, он об меня убился, и я решила... Он на меня забайтился, я сказала. Я не буду говорить, это он да, от да, меня. Да. Она вот так вот, он от меня. Ну, я короче, я подумала, что ты ветеран, и я решила проверить. Типа, я не была уверена вообще, я просто решила... Что, но я поняла. Роль, это какая-то плохая роль? Нейтрал, да. Нейтрал у тебя. Да. Ты должна была мама, всех отгадать. Такой, ой, Дина себя свапнула. Эй, слышь, там все. Дина себя свапнула. А я даже не поняла, что Дина типа... Я тоже, да. Я у меня засейвить пыталась. Подозрение было, но я не думал, что это Дина делает, блядь. Не, у Дины, кстати, было написано свапер. Короче, ты когда сказала Джонни, что на Д, я начала кликать у Даши, типа, кто, какие роли себе даны. Кто не зашел? Очень громко мышку, я не успела докликать. Катя, оденься, ты голая. Потому что она детектив, а не думсэйр, вот что. Да, да. Вот и я даже, типа, хотела до этого. А что ты за меня? Что я говорил? Бля, Мага, нахуй ты кнопку нажал двоих, пусть было. Джонни, 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 что про меня говорил? Я? А, я медиумом был, и просто труп рядом, типа, был, я в этот момент призрака увидел, что призрак заспавнился. А подожди, а если пугают тебя, что-то от этого ты чувствуешь? Нет, я ничего не чувствую, мне похуй. Так, Дина ушла в админку. Джонни уже оббежал круг через левый коридор, и бать ему не страшно. Так, кто-то сломал. Вот этот человек, он не делает задание. Это кто? Водка. Или делает задание. Хорошо. Так, я поменяю себя. Ой, блядь. И вишенку. Блядь, вишенка АФК нахуй стоит. Так, тут ростик был. Нет. Так, кто-то Капа подошел. Блять, Капа скин. Флешку мне скинул, убил. Нет, я умерла в самом закутку. Меня никто не найдет. О, ебать! Ебать. Алло, бомбер! У меня вопрос, я хз, это спалит меня или нет, а почему я, блядь, такая да, огромная? Это просто модификатор. Да, да. Алло, короче, я не знаю, есть ли роль мирная, чтобы невидимым быть, но Морфия появилась прямо перед глазами. Я с Люком. О, да, она правильно сказала. Ты зачем сказала? Ты просто взяла и сказала. Я за Морфия. Я говорю, я с Люка вылез, а инженер. Я там Люка. Что такое просекьютор? Люк на читах. Люк на читах есть. А как? А зачем человеку, который давно играет в эту игру и знает, что нельзя говорить роли, сразу открывать свою роль, что он инженер? Я думаю, что она джестер. Лера, у меня наушники отключились, почему водка, я большая? Это просто модификатор, я не помню. Я просто такая громистка, бля. Да-да-да, ты просто огромный своих ход такой. Там есть нет. Сыси, нет, там есть люк. Смотрите, в чём прикол, водка. Снизу люк, алё, водка, а ты зачем кнопку нажал? Ребят, а мне кажется, кстати, я жестко за джестер. Я просто, это Морфия. Мне странно типа, показалось, что ниоткуда появилась, я поэтому нажал. А, я думал, просто 4 что у нас водка? Трупа. Что водка? Я не слышу. Он показал странно, что она заспавнилась, типа... Да, я просто я не увидел там люка, я сейчас только проверю. Имитатор, вот это вот кто, я не помню. Я в Морфе. Спросила, не читает, а я так сама собой. Ты заебал манипулировать каждый раз. Раз, я поставила один. Блин, я посмотрю, что ты написал, Максис. Ты уверен, точно? Вы все слушаете магу. Так нет. Нейтралка, сик, венталка, лош. То Хелена убили, Изи проститутка. Охуенно, спасибо, Максис. Ответил. Бля, Джонни был... Не рассчитал, Джонни. Джонни был мирным и ушел. Водка, иди сейчас щиты, иди сейчас щиты. Нихуя вишня, бля. Да это просто пиздец, ты посмотри на меня. Аппетитно. Ебать. Ты как тот Патрик, поняла, с губки Боби, только у него чулки еще были в решетку. Поняла, говорю. Поняла. Так, ладно, давайте будем следить за каким-нибудь трейтером, что он занимается. Так, вот. Вот это ЦК модер ебаный меня взял и убил. Еще подошел, кинул флеш. О. О.
Вишня убила. Охуенно, вишня убивает. Дальше, просто да. На огромная вишня берет вишня и огромный. Просто шлепает. Просто пузом падает, голову хуярит. Подождите, кто это? Анечка, если ты считала, что ты можешь по стелсу это сделать в таком огромном скине. Ты в курсе, что я только что пришла? Ты что же прокурор? Да, я прочитала, я знаю, мне надо вспомнить. Четыре человека говорят, что ты убила. Я никого не убила. Нет, это очевидно, просто вишня и все. Нет, в маскировке же остается своего размера, нет? Нет, я просто подошла. Морфлинг остается своего размера, он не становится огромным. Бля, они просто да, загасили, Аня, бедная. И вы стоите на трубу, вы угораете. Видишь, я приползла такая. Бля, бедная Аня. Она просто зашла не на тот район, там чисто были три трейтера. Вы стоите на трупе, и вы в меня вкидываете. Походу, это три трейтера, а Аня... О. Вы с ума сошли? Вот она чё, истинная мысль. А Гайка в пару не идет. Нет, что, она прям перед нами. Гаечка, ты если что, она походу... Ебать, они теперь до Шрунделя душат. Она больше, потому что она всех рубанула. Хоп-хоп-хоп. Вы с ума сошли? Я только что слева, а вы стоите на трупе и на меня вкидываете. Теперь четыре человека говорят, что ты... Ну а я тебе еще раз говорю, что я подошла на труп, а вы стоите на нем. А кто говорят эти четыре человека? Это одна. Ничего такая. А кто так, подождите, давайте Таню, точно, скажите, точно Морфлинг становится вот смотри, своего размера, а не другого. Вот смотри, ну, да, я прибегаю с админки ну, туда, на труп стоят. Подождите, подождите, а ты не сверху побежала? Подождите, тогда бы она говорила, что ее там не было. Они стоят на трупе, и просто никто не репортит. Я подбегаю, репортит, и в меня вкидывают. Теперь важный вопрос, где второй труп вообще? У меня Аня убила. У меня твой скин убил, здоровая такая прям. Мне кажется, Аня сейчас в таком тильте. Она просто ненавидит всех. Это тупо было бы убивать так. Меня второй... Так я просто подхожу, на трупе стоят люди и просто в меня вкидывают. Короче, Дина трейдер топила, падла. Сказала, все сказала. Так, сейчас. Так, вот у нас прокурор Гаечка ТМ. Так, Морфи, ну-ка за ней посмотрим. Ага, так, типа, взяла провода, но нет, не захотелось, я передумала, бегу якобы чинить, я опять передумала, так, вижу потенциальную жертву, что ты тут стоишь, так, тут двое, блядь, уже слишком палевно, постою просто рядом, побегаю, так, типа, я тут ни при чем, побежала вниз, наебала, не вниз, обратно в столовую, блядь, еще кто-то пришел, стою за столом, прячусь, так, блядь, никто не чинит, сука, почему никто не чинит, так, я, типа, делаю связь и кнопка. Кто сейчас стоял на месте? Стервы ебаные. Подожди. Я не успела увидеть. Короче, я предлагаю... Это Дина, предлагаю... у меня подсвечиваются трейтеры. Я предлагаю... А, очередная выдумка пошла. А потом Морфи. Дина 100% попалась! Это была групповушка. Потому что ты говоришь, что ты инженер, саботажа и не чинится. Да не парьтесь, Дина нормальная, нет, никаких идей. Дина нормальная. Не-не-не-не, у меня, короче, роль, я вижу зелёных и красных. Крис, все нормально. Да все уже и так поняли, Крис, что ты видишь. О, блядь, они угадали, Крис. Ребята, у меня просто идеальная игра была. Скажите, Дина, это писька убила, ничего не даже жалко делать. Стало в каком-то момент. Ой, о, бля, мне... Вокруг тебя было три трейдера. Аня не на тот район зашла, просто не на тот район. Три стервы накинулись. Аня, говорю, мне жалко, тебя стало. Ты нас поймала, ты нас троих трейдеров поймала. Они как серебряники просто накинулись на бедолагу, блядь. Аня, поэтому тебя и спрашивала, кто в тебя вкидывает. Звучало очень правдоподобно. Подожди, а ты не слышала, кто в меня вкидывает? Нет, я не слышала. Я слышала, что кто в тебя вкидывает. Я перебивали просто. Да подожди, Морфи, Дина и Капа стоят, три ебаные стервы в меня. А Капа стерва? Я и говорю, типа, то, что Морфи, очевидно, нужно было кикать. Я не знаю, почему мы не кикнули, кикали Джонни вообще. Да, Джонни по рофлу вылетел. Не-не, я, если бы один голос правильно выдал, да, если правильно голос Морфи, а я стою на варлоке, и у меня все не накопится, килл нет, его нет. Флэш, модификатор, а, быстро, типа, ту конфис, блядь, Оракл, я не помню. Сори. Оракл, я не помню, блядь, что делает, сука. Ну, меня падло читать, ладно, разберусь. Ой, сука. А, проверяю, типа, вот так вот. Кого-то проверила. Ладно, пойду. А почему-то зеленый у меня. От кого я проверила?
блять. Меня человека убили, я не знаю, не видел. Так, а, не надо было. Вишнянга? Да, или магис? Либо капа злой. Ага, все, я поняла. Это оракул. Я был. А нет, вишняга говорит. Нет, что нет, знает, что мага и капа, а или капа злой. Ладно, давайте скип. Скип, скип. Смог красиво. Бля, Катя как будто первая умирает уже каждый раунд, вам не кажется? Мне её жаль. Типа твари! О! Прилетел. Она? Блин, на Маджестике я? Да, я директор. 50% акций Маджестика моей. Профилактически. Я не верю тебе, мага. Лёшка просил потише. Лёшка пусть этот... Беруша наденет. И не мешает. Подожди, Лёшка что, у меня дома? Или как я потише могу быть? Где? Так, сейчас кого-то проверю. Кого-то я проверю. Вот это. Не знаю, что это значит, но я его проверю. Блять, вообще ты страшно идти, вдруг там не наебашит. Так, посмотрим. В охране два человека в столовой. Так, карточку лучше сделаем пока что. У меня карточка не открывается. Закрыто задание. На меня блэкмейлер, походу, да? Закрыто за... Пойду починю. Быстро, пока я тут одна. О, заявить. А, я не увидела, блядь, что? Меня замутали? Лерон! Меня замутали? А ничего, что вы убили, да? Падла? А, нет, не замутали. Короче, параллель у меня... Чё ты бегаешь за мной? Так ты стоял, ждай, ну ты меня зовёшь куда-то. Нет, ты бегаешь за мной, ты хочешь мне... Ты пароли у меня только что убил, мага. Какой я? Я в стороне стоял. Все зеленый, ты один красный. Как ты скажешь мне это? Почему? А вот мага вылетает. Нет, красный у меня мага. Пусть объяснит, это не в кит, пусть объяснит. А, две боевые было? Что, почти? Как в смысле у тебя красный? У меня сейчас ростик, у меня ростик зеленый, морфи зеленый, ты красный. Нет, а я мирный. Кикайте меня нахуй. Кто у тебя еще зеленый морфи и кто еще? У меня ростик и морфи. Ростик морфи. Я мирный, я тебя просил со мной пойти не просто так, но ты этого не сделал, блядь, я бы легко игру выиграл. Только сейчас это будет, а не зеленый, только сейчас они будут зеленые. Я просто отхожу, потом подхожу и репортирую. Не понял? Короче, я не могла делать задание карточку, меня кто-то отключил, возможно, делать задание? Глич у нас есть. Я подошла к морфи, и я резко перестала мочь делать задание. Это который превращается как раз. Меня, наверное, превратилось, да? Скорее всего, да. Значит, да, у нас есть сама глич, который выключает задание и превращается в кого-то. И, скорее всего, это... Я на щиточках стою. А где убили вообще? Это Лера. Снизу. Может, Леру гличом отгадаете, кто может? Нет, убили только что, прям при мне и репортер. Там 5 человек было в этой комнате. Но килл делала не Лера и не Ростик, это точно. А ты, у меня ты красный. И вот как говорил, что было 2 боевые, вот видишь? Не вкидывать. Был морф там. И это не вкид, мага. У меня роль офигенная, не надо... Значит, это не я, трейтер. Я знаю, что ты мирный, ты просто... Я карандашом могу оставлю. Ладно. Пойди со мной направо. Хорошо. Нет, я не хочу с тобой идти. Я карандашом. Ну, ты, если умрёшь, это очевидно будет, что это я сделал. Я хочу поиграть, маг. Блядь, короче, мужики, ну ёбаный рот. Ну пойди направо, выиграй игру. Там что-то какие-то заговоры. Это водка? Да почему? Водка сам дал инфу, что было 2 боёвл. То есть он как... Зачем... Об этом озвучивать. Сейчас. Сучка, иди сюда. Я тебя догоню. Я быстрый щелкунчик. Ай-ля-ля-ля-ля-ля. Сука, вот же она. Видишь, Джонни, это плохой человек. Джонни. Так, капу сейчас проверю. Оп, а я уже проверял. Давай, чё, не можешь бежать дальше делать задание? Не убей, только не убей. Фух. Кто зарепортил? Блять, я забыла, сори. Нет, она стояла на камерах, она передо мной. Там, а где? Там чувак пошел. Внизу, слева. Это я была, мага. На нижнем моторе убили. Блять, да я просто мертво нажала.
ко мне. Да за что? Нет, да нет. Это не я убила, блядь, я не убила плавники. Ау, чё. Давай направо, Сельсеров. И в итоге? Зачем? Бежал, да, можно? Доверься. Я не помню, что у меня в первом было проверки. Водка или морфи? Мне кажется, морфи плохая. Я иду вниз в реактор, вижу, как водка идёт Ростик, а первая проверка у меня кто был? Вверх не катается бежит, уже, не скроллит. Быстро выбривает и подходит морфи и репортит. Я стою. Там типа третий подходит. И я не увидел, кто, потому что морфи называется. Мага и Ростик были. Мага и Капа были. Я видела водку тоже. Нет, по-моему, там не Капа. А нет, Капа. Я видел только Джонни и Юлю слева там бегали. Это Лера и Флэкджики. Это либо Капа, либо Ростик. Лер, он пришел из хранилища. Блять, я забыла. Подожди, а можно вопрос? Мы зарепортили только Якадзе и только Гаечку, а Дина с Юечкой. Юечку репортили в Юечку репортили, да? А Дина? Да, она фантом. А Дину... Короче, Морфи как будто глич, а трейтеры... А у нас Дженнитер, походу. Я просто не помню, чтобы Дину репортили. Якадзе помню. Гаечку... Если Морфи говорит правду, Гаечку помню. Сейчас Гаечку. Не, Морфи 100% говорит. Это прям я видел, это железобетон. Я на камеру стреляла весь раунд. Я инертно. Я просто побежала, я увидела синие трупы и репортнула. Ну я тогда в Капу голосую. Не надо в Капу, потому что он слева был, он не мог. Да я слева был. Вот, ты пошел. Я пыталась фантома прокликать. Я был там, где была Юля, где была Джонни. Юля кемпила Юечку. Она кемпила Юечку, которая фантом, она хочет ее закликать. Да. Клянись. Обещай. Ну, если кликнуть на фантома, то он исчезнет, и он не сможет выиграть. Так, я быстро делаю задание, потому что я быстро бегаю. Это я. Так, сейчас кого-то проверю. Кого еще проверю? А тут похуй, да, кого проверять? Тут типа в любом случае будет между двух. Так, мне кажется, Джонни Мирон, я буду вместе с ним бегать. Так, тут Крис одна. Алло, короче, надо быстрее будет сказать. Ты со мной, да, Косточка, сейчас? Да. Там, короче, два трейтера под нами, где сверху чел стоит, под ним два... Блять! Она меня... Он спрятал! У нас Джонни импостер, алло! Да, Джонни импостер, и под... Запомни, Косточка, сейчас сверху стоял, под ним два, один трейтер... Вторая Лера! А, да, видите, Морфи Глич, Крис и Капа. Они потерли! Орлак, Орлак. Самый Мага. О, Магу узнали. Блять. Короче, кто был еще? Джонни Моростик, там был. Я ничего не понял, что где под вами. Ты не стоял тоже. Морфи Глич. Ну, то, что Морфи Глич, я сразу поняла. Она меня выключила задание, когда я на карточку подошла. Это очевидно. И водка сказал, что две боевал. И Лера такая, как это? Пали она была. Сразу орала, отгадайте Морфи Гличом, но никто не встал. Он сказал, подожди, дай сказать. Он сказал, что под нами один трейтер, один нейтрал. Угу. Вот, но с нами был. Значит, была Ростик еще... и Морфи, правильно? Нет. Нет, Морфи рядом стоял. Ростик норма. Ну, Джонни, давай. Крис и Капа проголосуют, и Морфи. Да, Крис и Капа, которые трейтеры, типа лол. Джонни, Джонни подписано, импостер. А, он не смог угадать. Пока, Джон. Морфи, гол Морфи, гол Морфи. А почему в Морфи-то? А он там еще Ростик. Так а я тут что? При чем вообще? Да хуй знает. Ну, Джонни бы так не дефал, ну, не знаю. Так ты видел, типа... что я на камерах стояла тоже. Делайте просто задание, если вы просто быстрее закончили. Глич — это нейтральная роль, которая умеет убивать всех, и трейтеров, и мирных. Может превращаться в любого и может отключать возможность выполнять задание. Так я снизу вышла, а труп убили тот, кто бежал снизу вверх. Это вы только с Джонни видели. Вы только это с Джонни видели. Осталось два трейтера, убийство. У меня мама проголосовала, если чё. Не планы, сука, блядь. Ушла. За что? Они реалистики 1-3-9, что так разорался, да я тебе говорю. А что это в скобках? Это количество выполненных заданий. Одно из четырех заданий, 4 из 4, 2 из 4. Это количество выполненных заданий на карте, по идее. Так, делает вид, что набирает канистру. А кто такой Undertaker? Я вот не помню. Бля, ёбаная глибаня. Он возле меня терся слева, они хотели меня... Убить Джонни, бля, я Джонни думала, и мирный. Нифига, я сейчас икнула.
Блядь, ну опять она выигрывает на своем фандоме. Я почти всех перерезала. Блич, это нейтрал, да? Бля, да. Это плохо снимаю зарезать. Бля, ребят, вы вообще не слушаете. Я говорю, с нами стоит мирный, и под ним стоит трейтер и нейтрал. А как ты это понял? Я понял это сразу. И крик. Мага, как ты это понял? Бля, Джонни, думал, ты мирный. Я не вижу ников, я не вижу ничего. Он видит цвета только. А, он цвета. Да, это очень прикольно. Я знаю, что трейтер... Я подловил тайминг, когда я поэтому сказал, косточка, будь рядом, и типа мы видим мирного, и под ним трейтер и нейтрал. Бля, Дашу вообще невозможно найти, нахуй. Я хотел убить ее, потому что... Я хотела. Один трейтер Морфи, а второй кто? Она отличная. Крис, Капа и Джонни, три трейтера. Убивайте меня первый сейчас. Такой фантом, это кто-то умер и переродился призраком, который выполняет задание. Это нейтрал, фантом. Лера же в самом начале спалилась, ну типа, что там переродился кто-то. А я не знала. Я карандашками на всякий случай обвел и старался подефать, если что. А я не знала, если я нажимаю... Вообще не зашли. Устал? Оно сразу отключается. Ну, можешь пойти отдыхать. Там понятно было, очевидно. Кто еще? Два человека. Сейчас смеется, я не понимаю. А кто устал? Хелен я зайдет. Устал. Так иди отдыхай. Очевидно было, говорю же. Да, давай, вот они, кишки. Че, слабые. Глеб сказал, что они устали, ладно, они не придут. Они что, пшерочка с машерочкой под двое все время? Да, да, да. Малыши. Понял. Лупи их, Катюш. Еще бабы распиздеешь. Я прокурор. Exile one person of your... Че нахуй? Я, короче, поняла, я, по-моему, могу сама поров у кого угодно выгнать. Ну ладно, не по рофлу, надо типа... Роли, ничего не написано, блядь. А скажи, какая роль, я тебе подскажу. Топай. А Ростик просто стоит АФК и читает роль. Смотри на вот это говно. У меня какая-то... Ой, кто-то из люка выпал. Вот этот чел выпал из люка. О боже. Вот когда, значит... Хотя, возможно, он плохой человек. Или он не выпал из люка. Алло, короче, желтый по люкам прыгает. Пусть оправдывается. Бля, почему? А зачем? Он же может быть инженером. Почему я, когда я мирный, я знаю роли трех человек уже, блядь. Когда импостера никого нахуй. Кто на желтый, блядь? А желтый это кто? Желтый это Дина. Это Дина? Дина раньше. Дина точно не инженер, потому что саботаж не чинили. Поэтому убивайте Хелена. Убивайте Хелена. За что? Я не знаю, по-моему. А где она прыгала? Докажи. Сейчас, подождите, сейчас. Я была же... Хотя бы все люди, да где я прыгала? С учетом того, что я была сейчас со всеми на починке... Все, Дин поплыла, да, молясь? А чё? Мага, где я прыгала? Вы просто не замечаете, как странно растягивает. Мага, где я прыгала? Алло, ты прыгала, говорю. Я тут очевидно, что это растягивает. Ты пошла вверх-лево, ты шляхтера прыгнула винты. Ой, я тебе... Дин, угадывай, это шпион. Что-то говорит, тихо. Тут чисто видно, что это растягивает. Так он экзекуционер, потому что я никуда не прыгала. Я пришла... Я пошла в группу. Выгоняем магу? Я пришла на коммуникации. Хорошо, ничего не поняла. Я просто обошла круг и встала. Вы что, реально меня голосуете? Нет, я в магу, я в магу. Какая Дина, да мне пофиг, где ты сидел, мага. Бля, а как мне с помощью на роли выгнать сейчас? Где ты сидел, потому что я никуда не прыгала, я просто обошла круг и пришла на коммуникации. Реально? Блять, такая очевидная, что она не прыгала. А чё Хелена никто не был инвестигатором? Бля, ну пиздец, очень весело мага, конечно, поиграла. Нет, без шуток, я просто, у меня роль такая, я вижу, что... Не, хорошо, ты видишь роль, реально а ты видел? Флаг. Можно голосование выгнать одного игрока в соло, неважно, куда голосуют другие, но и как бонус может видеть, куда кто голосовал при аноним голосовании. Ты джестер, да? Я джестер. Нет, а как мне выгнать? Джестер. Я вообще не связан никак с люками. Ты а смысл мне нагнить? У меня просто... Растян убил премьер! Растян убил премьер! А, ну заеби. А, нет, подожди, не заеби. Поровно. Хорошо, что я роль. О, я вижу, кто куда голосует. Меня кто-то белый проголосовал. Кто белый? Растян убил при мне только что Дину. Это было. Да что вы несете, блядь? Я ветераном была, мага, я тебя вздерну. Дерну. Я ветераном была. Дима, смотри новую роль. Я реально вот тут смотрел. Блять, вот какая-то белая мразь в меня чпокает. Не знаю, пойду Хелену. Юля, сколько тебе лет? 28. Ты был у меня на день рождения, ты что спрашиваешь? Я знаю, блядь. Нихуя ты. Да только что убили. Это не Ростик убил. Кто-то влево только что премьер Растян убил.
Нет, это не Рости. Кто белый? Это Даша, её тиммейт, вот и Даша тиммейт. Вы улетаете, вдвое уходите. И Вишенка с вами же уходит. Дина, бля, хочу жесткий вкид кинуть в ЛЖК легенда. Глеб. Нет, нет. Да, да, это Глеб, это Глеб. Там, я клянусь, налево человек ушел. Ребят, это точно Глеб, трейтер. Я его проверила, он красный. Капа, я голосую. Я проверила, он красный. Хелен красный? Да, да, да. Чё, блядь? Кто-то ушёл. Да не Хелен, блядь, а Капа! Так я зарепортил. А если у Юли вот эта штучка, что выгнать надо... Не-не-не-не, нет. Я просто на прошлом кругу поняла, что он кое-что выполнил такое плохое в мою сторону. Я игру и так заруинил, отгадайте меня траппером, короче. Это вообще пиздец. Окей, Маг, сейчас, когда... Могу его убить сейчас. А можешь стрим выключить? Типа, там чё прыгал по люкам, такое ощущение было, потому что слишком быстро передвигался. А стрим надо выключить, оказывается, сорян. Да-да-да, я увидела, там кнопка была, чат, я увидела на начале этого голосования, я увидела, но я не стала трогать эту кнопку, потому что и так все голосуют в капу, типа, похуй, можно не тратить. А, проголосуйте, уважаемый Магас. Какая Юля, ты крыса просто. Что? Я крыса? ОМГшечка. Это я убился. Блять, растянул уже третьего. Ну это, блять, ты. Ну привет, Мага. Здорово. А подожди, а как? Так Капа же трейдер, зачем свапер поменял местами их? Короче, я нажала, я потому что... Да. Передо мной в люк. Во-первых, я не трейтер, раз, это обещай. Первое. Я не знаю, есть. Кто... Мы с Магой были вместе внизу, видели, как человека убили перед нами, вместе бежали на репорт, а Маг, потому что это я. Я не знаю цвет человека, который ушел налево, но это был не я. Это... Я сейчас ходил, бегал задание, делал скина. Слева. Проводки ёбали, соединял. Кто был в электричестве? Ленись. Кто был в электричестве? Я был. Да, ну звучит правдоподобно. Вот ты прыгал в люк. Вот он в люк прыгал. Он либо инженер, либо импостер. Я бегал на нём, я не прыгал, блядь! Ты прыгал! В любом случае, по Юлиному колу Капа. Я бегал бы за Капа. Я видела, блядь! Что ты видела, я сейчас откат делаю! У нас Капа и импостер. Я за тебя, импостер. Вот я сейчас бегал, ёбаные провода соединял слева. Я бегал за всю игру, блядь! Я от него убежал, блядь, в электричество. Свапер, не свапайте. Глеб реально трейтер. Глеб реально трейтер? Да. Да, и он, скорее всего, убил Леру. Нахуй ты смеёшься. Какую, блядь? Чужую. Морси. Обои. Так она жива. Так в прошлый раз. При встрече. Это мем, это мем. А, это мем, блядь. Это мем, Леру, спасибо. Гурмак ебучий, блядь. Ладно, шутка. Фейсы нахуй кикаем. Гаечка и уродливое лицо. Ой, чекните. Да вам с Ростиком, типа, вы сидите. Вот так вот. Замолчай. Согласна. Сука. Маленькие, блядь, ясли тут, сука, бесятся, прыгают. Да, да, да. Проголосуй, Ростик. Ну, Ростик. Воспитательница Юля, пожалуйста, к маме не расскажи. Ну кто? О, правильно, нахуй этого. О, наконец-то! Наконец-то мы его кикнули. Урод, я вампиром был. Все в кальян? О, еще лучше он был вампом. Тяго в кальянку. Немножечко вемпа, сэр. Походу Капа сам свапер, и он себя два раза я сейвит думаю, через измену. Потому что, ну, кто бы еще мог сейвить Капу несколько что раз. Бля, ладно, походу Капа норм. Потому что он свапер. Так, Крис странно, что-то ошивается. Земля круглая. Так, вон Капа побежал. Ладно, все, я слежу за Капой. Все, я чувствую, что он мир. Делает перемычку. Он долго делает, да, перемычку? Фух. Или недолго? Меня выгнали, но только, я поучаствую. Только что я стояла на камерах, и прям под камерой Катя убила. Катя! Не было! Кать, ну опять! Просто АФК, потому что меня все заебало, стояла на камерах. Катя просто прям под камеру подошла и убила, я не знаю. У меня флешка на пол ебала была, блядь. Это...
Вообще там фейк. Со мной сейчас Юля бегала. Но я за тобой слежу. Ну, ты меня видишь, проверяешь, я никуда не убиваю. Ну хорошо, вижу. Да, да, вижу. Вот где пруфы? Ну я на камере стояла. Я бежала из этого, из медцентра. Но это не моя проблема, что ты под камерой ебашишь, Кать. Там кто-то еще был, но это была не я. А чья проблема, Ань? Там еще кто-то был, Ань. Кто, кто, Кать, кто? Я не знаю, кто стоял на камерах, но там еще был чувак рядом со мной. Кать, так это он, походу, да, подставил? Я ничего не делала, меня перепутали. Ну, Кать, подставили, блин. Я даже не успела задефаться, вы меня уже выкинули. У нас слои, блядь, на камерах. Там второй чел был рядом, и он был рядом. Меня все заебало, я просто на камерах. А я была наверфу. Меня все заебало, я стою АФК на камерах. Кать, не мои проблемы, что ты под камерами убиваешь. Я думаю, что это... Я думаю, что это гаечка. Блять, 100%! Туда ее! Кать, проголосую, уже все проголосовали. Гаечка, Кик. А почему так много? А, или нас так много? А вы чё такие сплочённые? А чё ты... А вот так вот, да? Кать, мы твои хейтеры. Понятно. Сплочённые, это всё то, что мне чат спамит. Лупи их, Катюха, да? А не вам, понятно? Бля, Росик. Росик. Извините. Дашуль, ты вообще как дела у тебя? Даша. Ты мне? Что делать будешь? Да. Замучу. Так, Лера вроде бы чинила. Водка, а что там молча бегает? Так, Аечка, у нас тут провода делает. Я тоже сделаю. Я тебя укусить хотела, вампиром был. У нас, ну, у нас слей на камерах. Заранее предупреждаю, слей на камерах. Водка что-то там воняет, бегает. В итоге боёла укусила. Чё он несёт, блин? Так, свет опять поломали. Ладно, шучу. Так, иду смотреть на камеру. Блядь, вы что не достаю? Так, алло. Я стояла АФК, убила. Мне выскочил прыщ. Я разглядывала в зеркале, увидела, как подбежал Капа, увидел, что возле меня кто-то стоял АФК, убил, у меня рядом репорт, это Капа вылетает. Хорошо, а прыщ был какого размера? Небольшой был, я поэтому посмотрел, насколько маленький. Давайте большой. Капу, давайте за капу две минуты не мог вылезти. Капа, комментарий. Блять, ну прыщи охуенно, окей. Все. Глеб, так это ты все-таки был. Нет, я честно не знаю, что произошло, но в моменте я убиваю смог вот на этом раунде. А, Капа, тебя Глеб зовут? Да, да. А ты думал, про какого Глеба я говорю? Блять, Ростик! А ты не кинешь уже инвайт в группу? Глеб! Проголосуй куда-нибудь. Зачем? А до этого кем был? До этого с ничем не сделал. Я только типа задание все сделал, и у меня роль поменялась резко. И развалил кишки. Да конечно, ты пиздобол, Кап. Ну сейчас проверим. Проверим. Может, его вамп укусил? Блять, на кого-то выгнать. На кого-то выгнать, я могу сама выгнать. Вишня, у нас слей. Крис у нас выгнала. Чела. У нас остается гаечка. И вот кто-то еще. Я что-то не заметила, кто еще остался. Пойду починю. И нажму кнопку и выгоню. Я починила, это вишняга видит. Она за меня, гаечка. Крис. Все, я, короче, выгоняю. Сейчас наше время, да. Блять, у меня нет кнопки, что ли? Сиди и играй, нахуй. Блять, у меня нет кнопки, нахуй, я ведь потратила кнопку. Чё ты можешь по кишкам-то? Так, охрана в складах кто-то вдвоем. А, Юечка у нас еще есть. У нас еще где-то фантом ходит, нам надо дожать кнопку. Чё они там пиздят? Леры в кишках нет. Чё? А с другой стороны, нахуй, нужна. А, ну если Леры нет, то я ухожу. Да, у нас сейчас фантом опять выиграет. Так, у нас Лей Квин на камерах, так я буду починить свет. Гаечка, блядь, ТМ просто бегает. Бля, ебан... А, Крис, и Ючка, и Капа. Вообще, Ючка, ноль. А, это вампы? Я заразил Ючку, и я победил. Рэп-игра просто перевернула. Юлия не была хейтером. А, так это нейтралы, да, победили? Да, да, да. Да, вампиры. Это я вампиры победила. Кто фантом? Я с ничем был все. Ючку укусил, Ючка сделал за меня всю работу, молодец. Ой, да. Ростик. Чего?
Ростик был этим фантомом, был вампиром, а потом фантомом. А ты мог выиграть, если бы ты задание выполнял? Если задание выполнял бы. А, Ростик, ты бы выиграл, да. Я хотела за тобой бегать. Глеб изначально был с мечом, его потом укусили, и все. Да, да, я только задание все сделал, мне должны были написать, типа, кто трейтер, и я никого не понял. Тебе нужно кнопку нажать. У нас вообще не осталось трейтеров, только вампиры, да? Юля, что ты так топила меня? А ты в меня проголосовал на первом раунде, единственный, меня в голос кинул. Лер, я вообще-то разговаривала, не пиздец. Я не слышала вообще, чтоб ты... Ну, Юля, я не слышала, ты не знаешь, что я не разговаривала. Прости, тупо. Ты конченый! Просекьютер! Джиммер спизделся. Кто-то объяснит мне, как убивать так, чтобы не замечали меня. Да, Кать, не на камерах. Какими камерами? Там на стенках висят камеры и горят красным фонариком. Катюш, ну бывает. Так, все, я следопыт, я... Ух, большая мамочка. Так, смотрим, бирюзовые ножки пошли сюда. Так, тут у нас ножки пошли. Вау, маме. Красные и красные, да? Красные. А тут вишневые ножки. Так, красные ножки внизу. Флешка! У нас флешка, блядь, в зале, блядь. Так, это значит, не красный кинул флешку и не бирюзовый. Что это было? Смог? Там флешку кинули. Нафига вы в смоке репортите? Это флеш. А я не был флешем, там почему-то невидимый труп. Дина, раскидка номера же не знает. Короче. Кейка. Я просто кнопку нажимала и вот. Ага, короче, у нас в зале кинули, да, флешку. В зале кого не было, давайте решим, кого не было. Я был справа, я не видел флешку. Хорошо. Мы с тобой у двери слева стояли. Я съебался под флешку вправо. Я тоже не был. Лер, ты меня видела слева? Я была на мете. Да, слева, ты стояла у двери закрытой. Я никого не видела, я просто в двери в этот руку. Я прям по центру стоял. Проверьте морфи, проверьте морфи. Послушайте, в следующем раунде. У меня флешку дало, Лер, если бы ты была трейдером, тебя бы зафлешило. Это был опытный персонаж, это сделала Дина. Хорошо, все. Принято. Че, кикаем Леру? Скип. Да, это Дина, кинула. Она забыла демку в дискорде выключить, это Дина кинула. У меня пишет Слей убита. Я просто каждый раз... Аня что-то говорит, у меня этот смайлик спалит. Аня. Блин, Юль, добавь себе вот эту вот Сасси. Ай, норм, ролька хотя бы была или нет? Это надо, чтобы Феня добавил. Сучка такая. Че? Феня. Аня, говно роль была? Я не успела даже прочитать. Ну все, Аня, не слепа. Так, я большой следопытик. Так, черненький, сука, ушел вниз. Ну хорошо, у нас успел уйти голубенький. Че у тебя со скином, блядь? У меня? У Юли, блядь. На Биг Мами. Так, вот тут у нас был недавно серый какой-то. Толстела, блядь. Уже успокойся, нахуй. Так, я сейчас иду по следам полосатого... Блять, кто нахуй? О, кто-то починил. Катюша качала файлы, тут был синий на оружейке. Блять, ничего красивый не дало. Красивый репорт нажал, но потому что, да, на флешке убили, потому что... А. Да, опять зафлешили. Я спустилась вниз, кто с нами был? Меня не было. Что такое флешка, блять? Короче, у трейдера есть, который кидает флешку и экран белый, да. Гренадер. Блин, значит, на флешджике специально. Я Эр нажал. Флешджике. Кстати, флешджике тоже умный персонаж, он бы мог так сделать. Умный персонаж. Поэтому. Да, флешджике, к сожалению, не опасно. Надо. Дина просто смайлик добавит Сасси. Тупо. Зачем ты вот репортил, пока ты была во флешке? Ты спалился. Я видела, Джонни. Флешджике спалился. Спалился камер, когда Red Flag. Это Джонни. Я стояла на камеру до флешки. А, вот он. Так он был. А, он был. Ну все. Точно. О, а кто выбегал потом? Это Хелен. Так ты на камеру же флешку не видела, ты же могла видеть. Скорее всего, это флешки. Я уже вышла. Я чуть-чуть посмотрела. А на мой счет это Хелен. Когда Мага сошел в админку, я вышла с камеры, хотела побежать к вам в админку посмотреть. Нет, ребят, послушайте, это очень умный игрок. Не-не-не, короче, смотрите, в чем прикол. Мне просто было впадло, я хочу выполнить все задания, я нажал R и просто зарепортил. Это очень хорошо. Да, красава, Джонни, красава. Сейчас вы реально попросили просто мы тебя сейчас кикаем, и ты пойдешь отдохнуть. Да. Мага, Морфи, скип, голос. Второй раунд, Морфи с нулевой, но на нее как будто флешка не сработала. Мне кажется, должна была сработать. Подожди, ты же сам Хелен. Кстати, Лера молчикнули. Хорошо, вы кикнули снича. Ты кем ушел? Играйте дальше. Кем? Снич. Да, хорошо. Я говорю, задание хочу выполнить все. Ладно, это Хелен. Бич, ничего не понял, что значит за роль. Бич, что за роль?
Так, все, я убежала делать квест, потому что я знала, что зал закроется на нулевой. Так, я скачаю. И маска, если что, красная. И сейчас подзарю. Я сейчас описываюсь. То, что я одна в электричестве так долго, меня сейчас уебут. Нет, жива? Так, я жива. Никто в электрику не... А, так, тут двое. Смотрим, откуда они шли. Так, есть ли у них... Так, оттуда они шли. О, тут зелененький был. Возможно, там сделал килл. Блядь. Нет, килла нет. Сука, да дайте расследование провести. Не могу никого найти. Мое мнение, мы что это навигации. Был Хелен. Нахуя людей в навигации, на выходе из навигации труп, блядь. А навигация это где? А навигация где? Справа. Ах ты растят, падла ебаная. Там навигации человек. И у нас, скорее всего, сука ебаная. Гайка, правда. Агли фейскит! Скидает меня! Вы слышали? Агли фейскит! Агли фейскит скидывает меня! Слышали все? Он. Нет, я говорю только, в смысле, нет, следом, я за Флоджикеем, следом за Флоджикеем вылетает. Значит, оттуда. На мой счет, ребятушки, это был Хелен. Короче, это манга, да, Даш? Кит меня, кит ни за что, это Аглифейс Кит. Мага, уходишь. Мага, уходишь. Мага следующий выходит, все нормально. Аглифейс Кит первый. Мага, уходишь. Статюхой была. Ребята, что это за решение Гайки? Вина красная, ее замутали. Даша, Даша, мы тебя все слышим, прекрасно понимаем, но сейчас Аглифейс... Катя была в электричестве! Что? Да, 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 Катя, Катя, это прекрасно, Катя, Аглифейс Кит выходит. Дина, водка, Катя, проголосуйте в трейктора потенциально. Кикайте меня, джестер, нахуй. Что делать бомбер, я не понимаю, хуйню какую-то кидали, ничего не происходит. Питер Гриффин ушел. Ой, ботинок. Я говорил, это Хелен был. Хелен, спали роли. Я был убит. Блять, кто Питер Гриффин? У него скин такой, Гриффин. Легенда. Мистер. Качай ты файлы, шо ж ты зависла? Так, смотрим. Я иду по следам. Блядь. Алло, я еще раз повторяю. У нас нету инженера, потому что саботаж не чинится. И гаечка прыгала по линкам. Так, может, она джестер? Ребят, ребят. А, может быть, джестер, кстати, не подумал. Не подумал, не голосуйте. Ребята. Да-да-да. Там Лера просто раньше говорила. Может быть, из люка. Нас было дофига, непонятно кто. Лер, ну вообще-то это ты сделала. Ты убила и сама зарепортила. Ну, нет, я видела, как маска лисы убила, прям упала тельце, и потом нет, ты зарепортила. А что ты за... По первому раунду меня верю, Лера на карандаше. Дина мьютили, значит, это да. Я верю, Диня. Я тоже верю. Мне интересно, почему остальные ничего не сказали. Меня не было там, Дина. Может, Росси скажет, что следующий трейтер с самого первого раунда. Так Хелен что он трейтером ушел, он тоже был на этом трупе. Почему я-то, если может это он... Я прям видела маску лисы. Ну, Морфи, тут испалилась на самом деле. Это Лера. Прошу заметить, что у Морфи маска лисы, она хитрит. Да, 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 она хитрая, она хитрая. Почему ты хитрая, на тебя маска лисы. Так ты хитрый. Хелен уже с нами нет, так тебя тоже не будет. Нет, только погоди, так вы вместе получается. Ну просто. А, да, вы заодно. Я видела маску лисы. Морфи, сори, что тебя кику мясо. У трупа, и потом ты репортишь. Короче, ладно, я проверила Сира Морфи, она красная. Кикаем. Красава. Верняк. Вот это легенда. Лучшая Юль. Типа кикаем? Да-да-да, она красная. Я просто не хотела говорить, я хотела еще одно проверить. А что, кстати, у меня интересное наблюдение. Проверь гаечку. Юль, ты очень умом сыграла. Спасибо. Ну, Лер, проголосуй. Проверяй, доверяй. А я сказала про это, но доверяй, не проверяй. Как говорится. Лерусь, проголосуй, пожалуйста. Мофи, мне что-то подсказывает, что она не сир, а просто это. Я вот так вот просто. Да, так есть. Довели Лерку, блин. А кто не голосовал? Мага и Даша не голосовали в Леру, почему? Я в Магу. Если я голосовал, вы рофлите! Мага ушел! Я в Магу. А кто меня поставил? Не я, не я. Что произошло только что, ребят? Сейчас, Кать, объясню. Это я. Бля, короче, мы начали голосовать Леру, она начала психовать и попыталась угадать одну из ролей на столе. Но она угадала неправильно, трейтер, бля, поэтому бомбер, она вот сама умерла. Понял. А еще, кстати, у Гаечки, у Морфи и у Крис похожи голоса. Есть такое? Да, есть такое. Не, нету. Так. Сладкие. Что? Да, малышечка. Дадим.
Морфи, я говорю, Морфи с первой, просто с первой. Она спалилась с этой флешкой. Так, смотрите, Юечка. А, гренадир остался, это Юечка! Я так и знала, что она голосовала в Леру. Не голосовала в Леру. Смотри, она стоит и смотрит теперь. Так, Дина стоит, нюхает попку. Что это за огромный окорок? Это не Гайка, это не Дина, не водка. А, реально он ушел. Нас было много, это не Гайка, да, не Дина, Морфи, не водка. Да, Морфи, Хелен. Кто там убежал? Кто там влево починил... убежал? Водка, я не знаю, я была под флешкой. Надо вспомнить, что знал, Даша... Бежать. Фу, бля, как убежать? Я починила не голосовала в Морфи в прошлом разу, это топить. Я починила, все начали вбегать уже ко мне. И меня. Была флешка, а со мной и я просто побежала наверх, я не знаю, кто-то прозрачный. Капа, это при тебе? Уровню, кто может прозрачный это фантом. То есть убежали все, кроме... Да, типа, только Дина и Никита была мафа. Да, что кто убежал? Или так, человека ебёт. Прозрачный просто... это фантом. Инициативно побежала вверх. Типа после флешки все остались на месте, кроме Даши, и Юля умерла. О, да, да, топи ее, Глеба! А зачем стоять, если тебя могут ебануть, я не знаю, просто побежал. А, я не знала, что двигаться можно. Можно. Можно, можно, можно. Это лучше, чтобы тебя не шлепнули. Это не Даша, это вы определили. Короче, я в Дину. Короче, это кто-то умный, типа я сразу... А водка хочет меня. Я в Юечку. Кто-то умный, это Дина. О, в Юечку и в Дину. Водка, я Леру выводила, которая маф по проверке Юли оказалась. Да, да, да. Она не маф по проверке Юли, она просто лиса. Подождите, я Юле сказала, чтобы она проверила Гаечку, ее убили, я за Гаечку. А мага? Нет, Катя, нет. Выгнали его, ёпта. Бля, кстати, мага, возможно, был экзекционер, потому что он... А где им был мага? Ты в кого, Кать? Я поэтому в него голосовала. Мага был фантом, но у него была изначально другая роль, не фантом. Либо на Юечку, я думаю. Погнали дальше. Давай, Даш, прогол... О, все, ушла трейтер, найс. Найс, трейтер ушел. Дашу? Даша успела проголосовать в Юечку. Все, осталась Дина. Осталась Дина этим нейтралом, поджигателем. Типа непонятно, вылетела она из винтов или нет. Я убийца сейчас убилась. Сначала Гаечку. Запись стрима будет? Да, будет, будет. Даже на Ютубе будет, прикиньте. Полностью перезалив. Может, не ходи, чтобы я ее один убил. Гайка вылетела из винтов. Так, ладно, надо за Диной последить, что она делает. Вот она. Она должна всех сжечь. Блять, да, она всех сожгла. Блин, а я хотела на камеру, чтобы... Хорош. Подожгла. У меня есть Death Note. Ники, кто против меня голосовал? Дина была нейтралом, все сожгла, кто не понял. Да. Во последнюю! Я облила бензином и сожгла. Сука, там в админке хорош, хорош, Дин, в тебя верили человек, в чате. Юлечка бежит со мной, кидает флешку и убивает меня. За что? Дина, Сасси. У меня точно так же было. Почему я? Че, все согласны ластовую сыграть? Я реально знаю. Давай. Я за снича хотел просто заниматься. Даже задание не даю делать. Опять писает. А Юлю я убила, потому что она сказала, что она сир. А, то есть ты была, да? Вот. Я не была сиром. А почему я еще на Гаечку думала? Потому что я сказала проверить. Так меня проголосовали, трое человек, кто это был? Так это я не знаю, я голосовала. Это Даша Гаечка проголосовала в тебя. Да, я проголосовала Юлечка, ты правильно. Я сказала, что я подозреваю Юлечку, Гаечку. И в итоге я сказала Юле проверить Дашу, и её убили. Ага, ага. Два человека, кто разошел? Два человека. У тебя в чате пишут Ютуб и факт показывают. Ой, не могу. А кепка W, как тебе? Это нормально. А, только что я понял, что Дина читает чат. Я Питер! Да-да-да, Дина читает чат. Спалилась. Блин. Так, Аглифейс зашел. Я Питер Гриффин! Блять. Ой, нихуя, и Катюха переоделась. Ой, Гаечка тут, Миша тут. Всем капец, вот, ребят, а, Морфи не зашла, все. Я сейчас что-то опор возьму. Поехали. Лера, ты по итогу была трейдером? Я уже беру. А, блин, не успела. Ну ладно. Была... Пипец, да, у нас да, вообще... Давайте не будем по фану последнюю ночь. Давай, давай.
Давайте все пиздеть. О, я медиум Watch the Spooky Ghost. Я слежу за гостами, и они мне показывают, кто плохой. Ой, кто убил. Секунду, секунду, дайте одну обилку. Бля! Секунду, секунду, одну обилку. Мага, ты не слышишь, ты ублюдок. Давайте на 3-2-1 каждый скажет свою роль. Нет, он жест. Пожалуйста, мага. Я, короче, я буду фейковать, какая я роль. Сейчас я выберу роль, какую я буду фейковать. Сейчас я выберу. Смотрите, я медиум, а есть, по-моему, мистик, да, еще похожий. Мистик видит, когда было совершено убийство, а также стрелку на примерную локацию. О, все, я буду мистиком. Согласна. Я записываю. Нет, ну не выгоняйте. Я же была честно проголосую в себя. На мой счет это Хелен. Я тоже. Топлю в него. Дин, я чувствовала, что ты не... А, понятно. Что это Флэкжикей. Да почему я? Водка, все голосуют в себя, водка, всем в себя. А Света Хелена найдет и Флэкжикей. Зачем? Бля, Джонни нам захостил игру, а вы вот так вот. Ладно, за жестро выиграл. Ага, конечно. Не-не-не. А, ты жестер, понятно. Я, если что, шериф. Так, всё. Флэкжикей, что делает Оракл? Ты, короче, нажимаешь, кого проверить, а когда... Да, голосование откроется, открываешь чат. Где Кирюх? И тебя пишет один из двух трейтер. Не скажу, эти. Ну, я сейчас буду стрелять тебя. Не-не-не-не. Так, я замуталась. Я вамп, Дина, я вамп! Что, а что было? Такой долбанный! А что было? Стой, я не убил! Кирюх убил чела, я дал Кирюху щит, слушай. Что? Лучше, сейчас и тебя еще отгадают. Я никого не убивал! Я оракул, ладно. Я оракул, блядь, я оракул! Я сейчас дайку в дискорде включаю, я оракул! Подождите, а я успела резать того, кого убили. На мой скромный счёт, это не знаю, кстати. Непонятно, кого ты резал. Там, короче, кого-то убили, и я резнула его. А меня убили, блядь! Ладно, короче, я просто... Ростик точно мирный. Меня что-то имеет. Да, Ростик мирный, он дал щит, ведь сказал. А кто тогда убил? Кто-то против меня что-то имеет? А. Я так убил, кто еще был? Я понял, Не надо. Давайте Магу выгоним, потому что из-за него мы полишились Флэкжикея. Джестера, не надо. А, не надо, не надо. Добавить на Джестера. Добавить на Джестера. Да не надо Магу скип. Скорее всего, есть Морф, он убил Сахи. Нет, Ростик, это Джестер. А как это? Что он? Как? Он превращает, он превратился в другого. Блядь, если Мага клоун, я расстроюсь. Я могу сказать, что это не мага и не Юечка, потому что я сейчас делаю цифры в реакторе, и Юечка делает задание на сбомбинал. Да, у нас просто цирковое выступление на хуйне Among Us. Ну это не Юля, не я, мы вместе были и рядом. И вы, сука, с Юлей мне сказали. А я вот держите в голове, что есть морф. Так она продолжится, Даш. Лерон, Юечка, голосуйте. У меня уже и так большинство поставили, я выиграл. Да-да-да, но пока... Ты реально Джестер? Да. Убивайте быстрее, о, маньяки! Это прокурор, это прокурор голосовал в Ростика. Он же очевидно крю, зачем ты его? Я укушу магу, я укушу магу. А где мага, погоди. Он же мирный. Сейчас я укушу магу. А что, я тоже пропал? Он медиком был, охуеть! Лер, мне так нравится, когда ты меня защищаешь. О, я капу укушу, лол. Такая жесткая зексатянка. Такая злая. О. Ты когда злишься, ты такая милая. Ты дура. А как мы двоих укусили, но они не заразились. Опа. Нихера себе. Кто вышел вопрос? Давайте просто широли себя назову. Даша, кто вышел из реактора? Даш, кто вышел из реактора? Я не увидела. Ты была в реакторе, и после тебя кто-то вышел. Я была с гаечкой, делала руку. Потом я ушла. Если что, я там не было. Я уже внизу была. Гаечка меня точно видела. Стоп, одни девчонки остались. Лерон, ты где была? Пизда, гадки. Лерон, ты где была? Я быстро не знаю, что говорить. Я вообще ее не видела. Лера. Извините, в реакторе. Катя словно делала руку. Нет, а я сейчас Леру видела на щитах внизу. Я точно ничего Лер, не могу. Меня... Нет, Лерон. А, у нас есть морф. А, подожди, так это лжи. Короче, Лерон, да, Лерон побежала с капой на щиты. Ой. И я сейчас смотрю, он мертвый, а Лерон говорит, была в реакторе.
Так я в реакторе была. А видел кто-то? Кто-то видел Лерон в реакторе? Якадзе заходила ко мне. Кать. Морфи заходила ко мне. Гаечка там была. Гаечка 100% была. Я сегодня не помню. Мы с Юлей были вместе сейчас. Так я говорю, нет, я не убивала, я делала цифры. А Катя вам говорит... Так я не видела труп. Катя говорит, что она делала руку. Какое задание? Что за задание? Рука. В реакторе. Там он прям в центре был. Причем здесь труп? Она говорит, что она делала саботаж сейчас. Не кричи. У нас шесть слей такие. Я говорю, что ты делала задание, которого не существует. Короче, Юль, кто-то из них. Как не существует? Ну, Даша, мне кажется, бы не смогла так врать. Это задание есть только на саботаже. Даш, ты кто думаешь, Даш? Ты кто думаешь? Катя? Катя, наверное. Лера меня, значит, топит. Ну тут надо выгонять, у нас два трейтера. А Лера какая? Лерон? Лерон или Морфи? Лерон. У вас скин... О боже. Интересно. Так ты говоришь, что ты делаешь руку, а рука только на саботаже. Все, меня уж кикнули. ОМГшечка, небольшая дама. Сейчас укушу айчонка, айчонка, укушу айчонка. Да все, немножечко ВТФчка. Каечку укушу, каечку укушу. Каечку укушу, каечку укушу. Это альбом. Каечку укушу. Да, да, да. Каечку укушу. Что вот это? Легенда. О. Опа. Чего, чего? А как Морфи проголосовала мертвая? Чё? А, это, видимо, по таймингу. А, походу, это Лерон. Лер, ты где? Так, я сейчас в хранилище. А, ну да, расскажешь. Не, так я в хранилище, в смысле? Да и Лера мы с тобой? Вместе. Нет, мы с Юлей вместе, нет. Закрылись, понимаешь? Двери кафетерия. Ну так, а Лера зарепортила, которая мертвая. Как это так? Ну, то есть мы Леру не видели. Она Вервольф. Если ты Виджилант, гадай, Вервольф. Который может сразу нескольких. Одного, второго... И нет, Лера, я не виджилант. Ну пока. Короче, смотри, как это работает. Лера, ты ладно, ты одного... скажи, ты можешь убивать? Нет, пускай. Нет, я не. Может, могу. Ты мирно и убила Морфи? Да я не трогала, я вообще никого не видела. В этом-то и прикол. Я бежала на кнопку, закрылись двери. Я опустилась чуть ниже посмотреть хранилище и нажала репорт. Лер, просто я видела один, у тебя не видела, а и трупов тоже рядом нет. Так у вас два трупа. Ну, значит, ты либо Вервольф, либо Варлок. Либо кто? Либо, нет, ну... Морфи убила того и сама зарепортила, но... И сама умерла? А как? То есть Лера, ну у тебя убила, какая-то роль. Лера умерла, и Лера зарепортила. Но я не видела никого все это время. Подожди, как вообще мёртвый может зарепортить? Выключился, смотри, выключился до свет. До того, как мы... Так нет, свет, ты же видела, туда. Ну тут нету трупов. Я развернулась и пошла нажимать кнопку, потому что у нас был разноцвет. Смотри, я починила на электрике задание сделала. И единственное, кого не видела, это Лера. А ты пришла в конце, Дина, это... А ты откуда пришла? Ты прикалываешься? Мы вообще всю игру вместе ходили. Ты только что обвинить? Пришла с левого реактора, вообще-то я помню это прекрасно. Юль, это что происходит? Юль, в школе расскажешь. Мы всю игру вместе ходили, боже, ты, как ты вообще меня можешь подозревать? Ну ладно. Короче, ну это Лерон. Да, ну из Юли и Леры я все-таки в Леру. Я тоже, да. Ну, а, спасибо, Лер, за голос. Лера, это пиздец. Лера, там Анрил, если что, там просто два вампира. А как ты умерла? Меня убила Дина. Короче, знаете, в чем прикол? А, Лер, ты реально была? Она реально была морфлинга, а я вкинула. Два вампира, два импостера и один джестер, блядь. А, у нас гаечка джестер. Аморфик бомбер. Дундуки, посмотрите, что это за пиздец? Я не знаю, там Анрил был пиздец. Это просто пиздец. Я порвала. Боже, это гениально. Просто сидит нахуй и... Ой, а может ты, блядь, нет, а может ты? А знаете, как, кстати, могла Лера сама себе зарепортить? У нее байт есть. То есть она сама себе бомбером подорвала и сама себе зарепортила байтом. А я подорвалась? Нет, меня кинула. Это могло бы так случиться. Я сохраню себе это. Я вообще не поняла, как бомба работает. Я ставила бомбу, она нихуя не взрывается. Она сама по себе взрывается. Через несколько секунд. Я никого не убивала в итоге. Бля, это полнейший ужас, нахуй. Я еще думаю, почему меня не убивают. А нормально, как я тебя рандомно морфлингом назвала?
Так нет, у меня три трейтера стоят со мной в реакторе, я убиваю Юечку, у меня резко два трейтера исчезают, блядь. И Гайдер обратно, я думаю, ёбаный рот, ну куда вы ушли? Блядь, сидит Дина с Юлей, блядь, это ей, босс, а нет, Дина, ты где была, блядь? Сидят не знакомые. Актриса, да. Вам по, блядь. Хоть раз бы, сука, повезло, блядь, нет, сука, остаться против двух клуш, так, которые... Так, мы все? Или кто-то еще? Мы еще, гуляем. Смотрите, если кому-то надо идти, можете отдыхать. Если кто-то хочет еще, го еще. Я пошел, всем спасибо. Спасибо. Давай, Ростик. Спасибо, что смог прийти. Это не ластовая была? Была ластовая, но у нас бонусная. Кто-то хочет бонусную, заходите. Да, я бонуску беру. Я бы бонуску выбил сейчас. Ой, ну блять, ну тогда два раза не пришел на стрим, тогда надо сыграть. Чисто одной до партии Вамонг отделался. Кать, ты тоже все, да? Давай. Нет, давай, обсужу. Катюш, давай, спасибо. Да, нет, не Капа, а Катя. А у кого три монитора? Я как-то меня. Мафия, я типа, ну, я честно, честно ухожу. Нету. Все, Кать, ты я вообще добросовестный человек. Да, ну, мелкие выводы. Блин, нафиг. Пока чат. Так, Аня, да, тоже да, все, да, Катя, да, все, да, Ростик, все. Лупи их, Катюха, лупи. А кого-то лупил. Нету еще лупила одного. Лупила уже. Настроя все. Это, наверное, два трейтера. Да, да, два. Ну нет, кто-то не зашел, не могу понять, кто. Я зашел. А, Гайчонок не зашла. А, Гайчонок. Я еще думаю, не, если хочешь, мы еще. Если не хочешь, то. Я пойду. Все, давай, тогда нас 11. И что, два трейтера, да? Да, с 12. Нет, да, что пойдет, а, пойдет. Педагог! Все, давай, заходи. Человек три трейтера делаю? Не, пусть будет два. Стоп, давай, нет, девчонки, трейтерши, а чего вы не голосовали все в одного в кого-то? В меня или в Юлю там или в Дашу? Так мы не знали, типа, не кто знали. Этот самый. Кто, я думала, жестер, что мы да? сейчас убьем и все на этом. Они не знали, а что два вампира. Не выиграть. Они не знали. Тут никак а, не мы два. Ну, я потому что они не скооперировали да, три мы голоса. Могли голоса еще попробовать скооперировать. Ну, я... А я не помню, в кого проголосовала. А что-то не задумывались. Куда мы летим? Куда летим? Кто корабль летит, я не понимаю. Че у нас гайчонок? Нахуй. Нет, вверх. Космос. Просто нахуй. О, все. Юля Байова сказала нахуй. Юля. А кем ты была до вампа? Юля, а у меня такой же мейтер, как у тебя, Юля. Я медиумом. Ты вообще красава. Спасла. У меня такой же мейтер, как у тебя. Я купил, как у тебя. Специально. Ты как у Сереги купил. Имитатор. Что я делаю? Какой ты здоровый, Хелен. А вот это что такое? Сори. Да что, что это такое? Поднимись-ка наверх, блядь. На верхний этаж поднимись-ка, Даш. Это что за хуйня? Не знаю. Хи-хи-хи. Ох. О. Что? Ну и кого захуярили, блядь? Что это было? Блядь, не знаю. Кто нажал? Я нажала, только у меня все скины были. В чем проблема? А. Ну, это не Хелен. Это не Хелен, я верю, что... Я тоже Хелен. Почему это не я? Почему это не я? Почему это не я? Или Крис Вейт, кто-то из них. Потому что ты огромный стоял. Меня свапнули направо. И что? Она лежит прям вот в хранилище, чуть ниже от этого. Да, я видела склад, я чуть-чуть труп увидела. Снизу кто-то бежал чинить саботаж. Ну, прям мы пересеклись. И я вот стою прям на входе в склад и вижу... А почему я скины вижу, если саботаж? А я не видела, а ты, я тоже не видела. Не, у тебя, наверное, трейтер, поэтому ты не ну, видишь. Не короче, Дина сказала, послушайте, пожалуйста. Послушайте меня, послушайте меня, пожалуйста. Дина сказала, что это не я, я в Дина проголосую. Ага, хорошо, да, хорошо. Я скипаю один труп и. Глеб да, спалился, но я не будем его тушить. Я сколько импостеров поставил, 2 или 3? Я не могу найти свою роль. Я не помню. Вспоминай. Ну... А импостеры, скажите, сколько вас? Три. А, все. Бля, походу мага трейтер реально, он не фигует такие. Я не говорил, что я вижу скины, зачем? Так, Сесси... Не видела, я никого не видела. Ты же меня... У меня деменция. Вот, я вижу все скины. Так, саботаж надо было закрыть сразу. Так, я делаю вид, что я... Так, типа она камеры пришла. А, я тут... Я делаю всех бесцветными, я поняла. А, я не могу на тебя. О, а теперь нет. Так, я сейчас кого-то убью. Чё никто задания не делает, блядь? Да, блядь. Так, короче, в инвизе... Кто сейчас стоит чинит? Нормально, нормально, всё, сейчас рассчитаем. Я стою, я стою чиню. И кто ещё? Я подошла столовой. К тому, кто чинит. Ты прямо около трупа стою, жду, пока я починишь. Я в админке был. Интересно, ага, интересно. И я третий. Все, мы сейчас... у нас есть свупер и...
Так, Юля, ты куда пошла? Смотри, я сейчас в электрике. Но там вообще никого нет. Я сейчас на щитах бегу. Да, я была на камерах, ты пошел вниз, я потом наверх, но потом подумала, что лучше пойду вниз, потому что мало ли кто за тобой шел. А почему ты внутри камеры не сидела? Я потому что просто смотрела, нет, я просто смотрела, кто будет что делать с люками. Так. С медотеком и с электрикой. Замечаешь тот же кей, не совпадение? Да. А Юль поплыла. Это поёбал. Так, Лер, ты где была? Нет, у меня есть своя тактика, Джонни, поэтому я не сидела в камерах. Крис, ты где была? В столовой. Вы нашли какой труп? В какой проголосовали? Я думала, он не видит, что я на камерах стою. Ебать, как он меня увидел? Я увидела еще красный труп, когда пробегала, он мимо меня упал в столовой. Так, он видит, кто-то в столовой зарезал. Это значит, кто-то убил. Смотрите, я, Лера, водка, да? И морфи. Мы втроем 100% не делали этот килл. Крис видела еще одного. Получается... Стоп, я с Дашей ходил, как она умерла? Блять. Так, я насчитаю сейчас, я справа оббегала, но я никого мимо не видела. О, это походу Дина. Так, Глеб? Я делал в админке upload, сначала сделал download в этом справа сверху комната такая. Download, а потом делал upload. И ты на камерах не видел, как Глеб заходил. Нет, нет, я ушла сразу, как ты пошел вниз. Я сейчас на электрике сделала... эти провода и все и пошла вниз, я даже до связи не доходила. Два трейтера, один Лерончик после прошлой катки. Фу, да, я теперь блять, я реально сейчас кого-то уебашу, я не могу, блять, сейчас Джонни убью, Джонни. Так, надо сразу саботаж, а нельзя. Меня сейчас убьют. Труп прям в столовой. А, ебать. Короче, сейчас я бежала справа налево. Подожди, Морфи, ты же только мимо меня прошла? Чё? Чё? Морфи, ты в столовой? Глеб, где ты был сейчас? А ты подходила к левой двери? Я с электрика побежал в нижнюю комнату. Это не Глеб. Это, короче, либо маска Морфи, либо Крис была, я не поняла слева. Нет, нет, мы с педагогом. А, значит, Морфи, значит, Морфи. Юля, нет, Дина, ты где была? Нет, Морфи тогда была в первом раунде. Я сейчас в навигации. Это Юля. Это Юля, я справа. Где я не была в столовой, это не я. Короче, смотрите, как было. Нет, еще раз. Я подхожу, смотрите, закрыли столовую внутри. Я с левого коридора иду в столовую, и ко мне подходит маска. Я смотрю, либо Крис, либо Морфи. Ну, вы говорите, Крис с вами. Морфи подошла, убила и саморепортнула. Нет, да, я не услышала. Это маска Морфи была в столовке. Дай слово. Да. Я когда уходила из столовой, мы шли с Лужкем нога в ногу, как раз с правой стороны. Он оставался с водкой вместе в столовой 2 килла. Морфи не могла сделать один килл. Скажите, ну, кто-то в столовой, кто пиздит. Смотри, это не я. У меня в столовой не было. Я развернулась и пошла репортить. Ты забежала, ты забежала. Ты, Юль, ты говоришь, ты со мной, ты же сказала, забежала. Что видела маску, ты сейчас говоришь. Стоп, что нет, что нет, я говорю, как было, я ушла влево, закрываются Юлечка. За мной двери в столовую, я подхожу к дверям вплотную, и твоя маска в двери упирается, и потом через секунды три ты репортишь. То есть ты внутри столовой закрыла. Это была закрыла. Моя маска, мы были справа с педагогом, Юлечка, что-то да, не сходится. Да, да, Юлечка вылетает, Юлечка! Какая твоя маска, Крис, тебя вообще не было. Ну ничего, next. Сука. Юль, ну не вышло, да вообще не вышло. Крис, хорош, принцесса, как обычно. Дэн. Спасибо, Кирюха, ты тут. Блять, ладно, ну я хотя бы убила Джонни, мне уже легче на душе. Блять, ну Морфи откуда в столовой взялась на своих проводах? О боже, блять, какой... Сука, ходячая пузо. Она ветеранша. Бля, а как ее убить? Имитатор вообще не знаю, что делает. Дин, ну удачи, ну удачи. Ну не знаю, ну что, удачи. Я могу только там саботажи повключать. Ну не буду, Дина сама включит, она знает, что ей надо.
О. Что за хуйня была, Кирюха? Нет, стоп, я зарепортил, я говорю. Я зарепортил, я говорю. Я подбежал. А, Лера убилась об щит Крис. Я тебя в хранилище видела. Да, я спустился вниз. Посмотреть, Дина ли никого не убила. Спустил ли вниз. Смотрю, Крис Вест стоит. Думаю, на бензине, почему? Я делал бензин, ты подбегаешь и падаешь труп. Нет, тихо, я говорю. Я за репортер, я говорю. Спасибо, блять, курица, это Дина мне написала. Я типа такой думаю, ну, буду с ней в тиме, потому что мы тогда Юльку нахуй кикнули ее. И буду вампика у нас мертвых. Мы идем, я такой думаю, ну сейчас Крис будем бегать вместе. Кирюха, это какая-то хуйня, клянусь! Какой-то тип, и она хуярит его, блядь! Какой-то тип подбежал. Это была не я, клянусь! Крыса, я не знаю, чего ты до конца! Я стояла, заливала бензин! Лера при нас упала! Может быть, ее кто-то заразил чем-то! Кирюха, мы с тобой справа вдвоем стояли, когда был килл, ну ты подумай! Подумай немножко, Кирюха, подумай немножко. То есть не ты можешь ее убить? Конечно, конечно, подумай немножко, немножко. Подожди, подожди, он упал при вас, или ты видел, как Крис на него тэпнулась? Я хуй знает, но она как будто, но она просто бежала в ту сторону, и он умер. А, Кирюха, когда был килл, мы с тобой стояли вдвоем с закрытыми дверьми. Он может умереть сам? Я не знаю до конца все моды, но я не убивала, и я уверена в тебе, потому что мы стояли с тобой в прошлом раунде, когда был килл вдвоем справа от столовой с закрытыми дверьми. Там был килл слева от нас, мы были, двери закрыты, ну типа ни ты, ни я, никто не мог убить, понимаешь? Из так еще нейтралы. Блядь, так Крис поздно уже пора это говорить. Блядь, если Капа сейчас проголосует в Крис, то ей пизда. Он рядом с вами упал или подаль? Это не Крис, наверное, да, это, наверное, не Крис. Блядь, ну ты охуенно. Просто это может быть и Мав, и Чума, и... Капа единственный... пропустил, а Морфи в нее и Кирюха в нее. Так, все, они выгнали ветеринара этого. Найс, изи. Фу, повезло, повезло. Ребята, можете дать инфу, что там по КСу? Сколько карт осталось, какой счет вообще, какой, да, счет по раундам и какой по играм, по картам. Так, все, следим за Диной. Крис. О, Дина. Кто у нас в своем стиле, но... Хелен с ролями играет второй раз, поэтому он не знает, что человек может умереть любым другим способом, типа убийца общит и так далее. А Дина юзает инвиз вообще? А вот Морфи делает... говно. Первая карта Маузая Г2, 1-6, пользу Г2 пока что. А, это всего лишь первая карта, блять. А если будет БО3? Меня просто Ваня еще после Монкаса звал нашего матч CS 5-5, типа постримить во второй команде. После того, как мажор, ну, эти игры мажора сегодня закончатся, у нас это будет, это только первая карта. То когда, блядь, они доиграют, это еще не скоро. О, так ждать сколько надо. Что мы будем делать? Я-то в КС в любом случае буду играть как слот. Блядь. Дин, хорош! Как это произошло? Как это произошло? А ты не успел починить? Починить не успели? Крис нажала ветеран, ее Лера пыталась укусить, и из-за того, что у нее ветеран работает, я также умер от Криса, она тоже покуда не поняла, как это произошло. А я не понимала, что это делает кнопка, я просто бежала. Джонни проходит секунда, рекорд Джонни умер, блядь. Да, я бежала за Джонни, потому что она меня начала пиздеть много на прошлом раунде. Да, Юля, я правильно, правильно, да. У нее способность, она серая, все цветы, я думаю, сейчас... Подождите, стойте. А как? А как вот эта хуйня снизу произошла? Крис, ты, ну, ты ветеран, у тебя ты любое взаимодействие с тобой, это смерть, кто с тобой взаимодействует. Да, на тебя нельзя нажимать. Я просто вампиром взял тебя. Лер, это Юля, вы с Диной сделали в столовке, типа... Да, дабл килл, да. Там водочка бежала, репортил. Короче, Морфи на проводах. Какой-то, мы с Кирюхой чуть не это. Я не репортил, я хотел украсть роль, я был амнезиаком. А я просто чуть не проводки нажимаю медиум, и у меня просто трупы два в столовке. Я вот в этот момент, когда ты нажала медиум, я уже лечу к тебе, чтобы Юлю пометить. Что, все или что? Да, я вообще готов в счёт до часа два. Ну, спасибо, да куда там уже? Да, спасибо, всё, спасибо всем, что спасибо, смогли прийти. Спасибо, пока-пока. Да. Да. Доброй ночи всем. Спасибо, Юль, что позвал. Да, спасибо, что пришел в этот раз.
Спасибо. Давайте, пока. Покеда. Покеда, Капа. Хороших заносов тебе там на стриме. Большие выводы, большие иксы и выигрыши. Да, чаводка. Че ты будешь смотреть? Меня вообще Ванёк звал на шоу-матч по CS 5 на 5, но после того, когда играет G2.